Звук. Звук работает. О, я вижу. Сейчас трансляция началась. Напиши в чат что-нибудь и проверь, что на экране будет отображаться. Только, пожалуйста, Так. политкорректно, иначе забаню. Сейчас, во-первых, я, по-моему, тебе звук выключил, да? У меня звук выключен? Нет, у меня звук А, все, я слышу, да. Ну, с небольшой задержкой. Ну, против стрим-снайперов, да. А, подожди, он мне не дает, потому что мне нужно войти. Он не дает. А ты не будешь входить? Ну, я не помню свои данные. Войти, нет, надо. Проверь, что чат работает, иначе тупо. Ну, давай я что-то введу, если у меня не получится, то я не буду. Вспомни пароль просто, и все. Да я даже логин не знаю, с которым я сюда заходил. Мигрины. А, подожди, мы отключили возможность с помощью, блядь, а какой у меня... Не ругайся матом. Какой у меня логин? Не ругайся матом, потому что попадет... Я детям... Медиатор? Ой, давай просто позову детей. Давай позову наших детей. Короче, у меня не получается взломать. Нет, я не могу писать сейчас. Нет, может, и могу, конечно. Я позвал наш кружок, пускай смотрит. Так я ж ругаюсь. Ну, постарайся, значит, не ругаться. Я уже ругнулся, ты ж не удалишь это. Из песни слов не выкинешь. Но... О, я вошел! Смотри, на трансляции старайся я вошел. И политкорректно себя вести. О. Так, я могу тебя забанить. Смотри-ка, на стриме видно то, что ты это написал. Нифига, у тебя там чат включен в записи. Профессиональный стример. Это я его настраивал для диплома. Нет, это мы баним. Эх. Давайте, пускай. Я еще запущу трансляцию. Я вижу, да. Я хочу, чтобы ты проследил, чтобы звук... Мой перебивал звук игры, иначе будет тупо. Угу. Я смотрю. Так, меня слышно лучше, чем игру. Ну, игра громко очень. Хорошо, сейчас исправим. А в игре особо важный звук? А нет. Насколько я знаю правила правильных стримеров, надо стараться... Короче, нам надо одинаковую расу. Короче, надо стараться, чтобы я перебивал игру, а не игра меня, потому что... Ну ты сделай игру потише, ты пока не сделал игру потише. Да, потому что ты пока не нашел всех меню. Вот. Вон общая громкость. Зачем? Ты можешь просто общую громкость уменьшить. Так. Я думаю, можно 30 поставить, будет нормально.
Да, нормально. Все, я оффаю стрим, правильно? Да, можно оффать. Блин, я недоволен. Чат плохо видно. Ладно. Но тебе нужно просто, важно, чтобы я писал... Типа, цвет моих сообщений должен быть не черный. Хорошо, а потом будет наоборот светлые... Светлый фон. Ну, да, там окошко будет светлое. Короче, ладно, я закрываю, да? Ладно. Сейчас я сделаю самое лучшее качество игры. Да у тебя ж комп сгорит. Билинейный. Качество стоит, так что не знаю, что тут еще можно сделать. Так, какой выбрать мир? Кроме нормально, кроме 100, да. Кстати, гидру прям видно, несмотря на то, что у меня на черном фоне черный текст, все равно видно гидру. О, ты видишь на стриме, как круто накладывается гидра и синдраглоза? Да. Все классно. Короче, я оффую стрим, правильно? Ладно. Так, за Альянс тоже есть ночная эльфийка. Да, ну кто с ночной эльфийкой, если что? Мы можем быть тоже ночными эльфийками. А, за Альянс нормально, и за Альянс тогда ох, потому что мы не будем проходить одно и то же. По несколько раз. Ну... Короче, если что, вот если рядом зона, где Никтос, есть дренеи, есть ночные эльфы. Они рядом. В целом, люди, дворфы и гномы тоже могут дойти до туда. Короче, выбирай любую расу, какая тебе понравится, и я подключу. А как кто умеет танком быть? Потому что... А, нет, воин, паладин, друид. Значит, буду воином. Ну, воин такой, да, сложный. Ты будешь умирать часто, скажем так. У тебя будет смертельная комбинация, это рывочек и выйти, покинуть тело. Так, я тебя не слышу, потому что ты молчишь? Я молчу. Красава. Так надо. Какой-то я не очень жизненно выглядящийся. Это, видимо, из-за цвета кожи. Ну, сейчас я открою. Я же могу звук выглядеть. Ты будешь эльфийкой? Я буду эльфийкой воина, да. Ну, какое ты имя себе возьмешь? КамАЗ Дестройер. Макс? КамАЗ. Оно не поместится, скорее всего. Да. Тогда КамАЗ Дестройер. Осуждаем. Ладно, это тоже буду... эльфийкой. А как поместится Дестройер? Дестройер без икраткого? Без икраткого, да, Дестройер. Блин, раз КамАЗ Дестройер не влезает, значит и Витек Дестройер тоже не влезет. А Макс влезает. И Мисха Дестройер влезает.
О, у нас новое пользователь чата, смотри. Кто там? Кто-то гуся гидру закинул? Кто ты знаешь в теме? Moon Knight 239. Лунный рыцарь. Ё-моё, арка. Так что теперь тебе нельзя ругаться матом. Да я и не ругался до этого. Да конечно. Он не ругался матом, да. Верим. Ругайтесь, мать. Я понял. Все, ладно, дали добро. Просто эльф дестроер. Так хочется. Эльф дестроер. Роль танкования нанесение урона. Но это про меня. Тебе разрешили ругаться. Да я вам прочитал уже. Спасибо большое, но я не ругался и не буду ругаться, правильно? Правильно. Просто клевета от Михаила Иванова. Блин, девушку называть эльф-дестроером странно. А девушку называть ас-дестроером не странно? Вот Никитос почему-то решил, что отличный ход. Ладно, сейчас сделаю. Дестроер. Будут стримы по танкам онлайн? Нет, только по World of Tanks. Но когда Михаил Павлович научится играть. На сколько лайков притащите Никитоса в лагерь МЦ? Я думаю, что на стакан грузинской чачи. Ну что там? От чего мы там у него заберем? От чего он откажется ради лагеря? Бессмертные ночные эльфы жили в... Так, а кем я хочу быть? Блин, хилом, что ли, мне быть? Потому что, а кто еще хил, если не я, правильно? ...щего легиона. Ведомые верховным друидом Малфурионом и жрицей Тирандой, ночные эльфы выступили против воинства демонов. Им удалось одержать победу, но они заплатили за нее собственным бессмертием и гибелью родных лесов. В надежде вновь победить смерть, друиды ночных эльфов задумали посадить... МБ и в лагерь Сириус, что проносили чаще на сердце, МБ и в лагерь получится. Ну вот, надо. Надо столько чаще, чтобы никто, Никита Алексеевич, занюхнул ее из вмешательства. Они все же сделали. Из Грузии. Великое древо и сразу же прилетел к нам. Раскинуло свои ветви. Так, ты назвался Эльф Дестроер, да? Северного Календора. А в тени его густой кроны вырос изумительный город Дарнас. Дарнас, Витёк, тут даже телепортироваться в Дарнас не обязательно. И вскоре он разделил участь ясеневого леса. Теперь это древо и все живое, что его окружает, осквернено надвигающейся тьмой. Священная роща осквернена. Наша святая обязанность, как одного из немногих ночных эльфов, оставшихся в этом мире, защищать Дарнас и дикую природу от скверны. Мы будем защищать Дарнас. Нет, мы будем туда очень долго идти. Если я воин, значит я не могу телепортироваться в Дарнас. Да, маг умеет, но эльф не умеет быть магом. Эльф не зачем телепортироваться в Дарнас. Как, ты сюда идешь или как? Сейчас. Я думаю, ник. Но мне любое слово из четырех букв назови, которое мне понравится. Макс. Ну, Макс нельзя, у меня уже есть такой герой, он типа имя заблокировал. Уже есть Макс Дестроер, и он все, он умер. Его больше нет с нами. Ты просто вейпера мочишь. А, смотри, давай настройки пока тебе сделаем. Нажми Escape. Кстати, у тебя моды включены, интересно, или нет? Подожди, нажми Escape. Интерфейс. Нет, настройки нажал, интерфейс. Так, автоматический сбор добычи нажми. Галочка, автоматический сбор добычи. Ну, спешивание тоже можно. Вот, да-да-да, вот это тоже нажми. И автоматическое открытие окна добычи тоже нажми. Автоматическое открытие окна добычи. Дальше открывай бой, наверное, это не важно. У тебя оно автоматически будет собираться. Так. Ярость падает.
Да похрен, это воин так работает, забей. Так, цель выбранной цели, поставь галочку. Ну, сообщение в бою можешь поставить, они могут быть полезны. Так, давай дальше экран, наверное, да? Вот мгновенное отображение полного текста, это важно. И отображать заполненность сумок, это важно. Да. Так, дальше. Панели команд. Я бы вращал мини-карту, кстати, тоже удобно. Ну, это не очень удобно, мне кажется. Ну ладно. Ну, потому что удобнее, типа, когда ты четко понимаешь, где север, юг и так далее. Ну, давай не общение. Знаю, там буква N крутится, ладно. Ну, как хочешь, это... А, вот нет, текст статуса еще сделай. Не-не, вернись в экран, это очень важно. Текст статуса, там такая вот впадающая окошко. Замени нет на цифровое значение. Нет, это неудобно. Цифровое замени. Вот. У тебя просто будет видно, сколько из скольки. Да-да, Миша с научником играет. Нас может Грампи Гордон? Ничего себе. Да, вообще нет. Приветствую. Нет, научник с другим лысым человеком играет. Виктор Мигрин. Это я. Так, значит, здесь вроде ничего не нужно. Не, все честно, я же научную работу стал, значит, можно. Панели команд. Давай дальше, спустись в панели команд. Здесь можешь все протыкать. Вот тупо все протыкать. У тебя появятся дополнительные панельки. А клавиши перетаскивания? Ну, это не важно. Ну, потом. Да, давай имена. Ну, тут по желанию здесь. Не важно. Типа, хочешь свое имя или не хочешь. Ну, короче, это не важно. А остальное вроде все не важно. О, брызги уже. Воды. Ну, это надо просто очень жестко компьютер иметь. У меня будет камера трястись. Камера. Ну, это только если ты будешь наводить от первого лица. Так, это я не знаю. Короче, вроде все, нажми. Как в Доте и как в Варике. Ну да, да. Окей, нажми. Тебе еще обучение, наверное, не нужно. Как убрать это обучение снизу? Пускай будет обучение, я не разбираюсь. Ладно, нажми окей. Так, у тебя мод, по-моему, не сработал. Напиши в чате. Напиши в чате. Типа, бэкслэш, видимо, или слэш? Слэш. Бэкслэш? Слэш, я думаю. Вот это, да. Куэ... Нет, вот первое, что было квест сразу с него. Куе. Нет. Да, но другой слэш. Не знаю, какой это. Вообще нет. Другой слэш. Хорошо. Все вопросы в чате. Потому что я кабанина. Ну ты, короче, не туда что-то сделал с модами. Или ты его скачал в тот момент. А, я его, возможно, положил в варик, а не в классический варик. Надо в классический, конечно, было. Я же тебе сказал, попласть. Ну, положи мне нормально. Сейчас победить, где я прям потом только выйду. Это я. Тебе сказали из чата, что ты меня сейчас заваришь. Ну, просто кабанина, Виктор Валерьевич. Кушал много еды, поэтому раскабанил. Бывает. Так, ладно, я сейчас тоже создаю своего этого. Жмых дестройера. Только не ругайся. Ладно, аккуратно. Только не ругайся. Без мата. Все будет нормально. Все зяблики сядут. У нас будет девичник.
Какой девичник? А ритейл или ритейл ВТФ? Сейчас. Ритейл ВТФ. Сейчас, у меня оно находится. Сейчас скажу. С. World of Warcraft, классик, не ритейл, просто классик. Ритейл — это оригинал. Ритейл, классик, интерфейс, бла-бла-бла. Можете не менять в целом, у вас на стриме сейчас только Лёвка Михаил Павлович. Это для красоты, потому что Михаил Павлович взламывает свой компьютер. Да, так и должно быть. Ты поставил куда надо? Больше, чем надо, все, я поставил. Нет, я не поставил, я просто так решил закончить. Чел, ты в прошлый раз не в папу пихнул. Откуда я знал, что мы будем в классе? Теперь у тебя не запускается. О, пока я запускаю игру. Ребята, расскажите, что у вас там сейчас за экзамены М239 проходят. Я просто, по-моему, ни одного экзамена не сдавал 239. Я писал только какую-то годовую контрольную по физике или что-то такое, и все. У вас какие-то там сложные экзамены сейчас жесткие. О, вот у тебя слева, смотри, у тебя слева появилась клавиша модификация. О, Exp Algebra на 3, это здорово. Это означает, что... О, вот, все, оно теперь работает. Видишь, оно там что-то скачивается. Сейчас мы тебе сделаем все по красоте. Как ты можешь зайти в аккаунт? Но я все равно смотрю сейчас на тебя на стриме. Сейчас мы тебе настроим аккаунт, и все, у меня-то все настроено. Хватит мочить вейперов. Не мочи. Да. Короче, смотри. У тебя сейчас... Нажми вот это вот. Сделай ту же команду, которую я тебе говорил в прошлый раз. Тот слэш и квести напиши. Нет, да, вот. Смотри, ты теперь можешь по карте, видишь, у тебя, во-первых, по карте обозначаются восклицательные знаки, это места, где дуются квесты, да? Да. Можешь начать еще отслеживаемые значки. Скрыть неотслеживаемые? Нет, нет, вот там большая красная кнопка сверху, отслеживаемые значки. Не, да. Ну, так, полеты, камни встреч, почтовый ящик, доступные задания. Не-не-не, все не надо, у тебя карта за... Оставь, убери хозяин таверны и ремонт. Можешь оставить учитель класса. Хорошо, ну сделай тогда, что хочешь. Ты, если что, можешь здесь настраивать, каждый сам для себя настраивает. Все. Ладно. Нет, я воин, мне нужен эксперт по оружию. Хорошо. Я, кстати, не сдавал экзамен по алгебре на тройку, так что получается, что я круче. О, саблезубу сейчас будем бить. Погоди. Так, иди, где ты? Где ты? А ты где? Я стою на месте, где Тарп. Я тебя не вижу. А тут можно бежать? Блин, возможно, потому что ты проходишь вонючее обучение, я тебя не буду видеть. Ты далеко от старта? А, вот я тебя вижу. Ха, ты придумал слово из четырех букв. Да, я нашел отличное слово из четырех букв. Сейчас я быстро себе то же самое навскаю. Так, ты квестики взял? Нет. Кусал. Ты скажешь там убить 5 щетинистых вепря, а я уже убил 2. Это ошибка новичка. Я бы обучение еще убрал, но... Да какое бывает. Обучение? Это или что? Ну, которое ты проходишь там. Ну, хотя нормально, может, тебе полезно. Что мне привело полезно. Тебя сюда? Ну, правильно. Так, Сина. Все, ты взял квест? Сейчас, камера, мышь. Да, я все сделал. Так, квест взял, что там, молодых вейперов и саблезубов. Пойдем их мочить. Написано, здесь дуэли запрещены, я не могу с тобой сыграть дуэль. Да я тебя все равно побежду. Ты же воин. Воин должен умирать.
Это смысл воина в этом. Смотри, как я этих вейперов мочу. Даже ничего им сделать не успеваешь, а я что мочу. Нифига ты там уровень накрысил себе, извиняйся. Нет. Что нет? Кстати, у тебя по карте отображаются мобы? Да не надо мочить тигра. А, нет, тигра надо. У тебя по мобы карте отображаются мечи каких-то. Да, это то, что их надо мочить. Может, кстати, квестов набрать? Пойдем еще возьмем этот квест. Ладно. Если нажмешь М-ку, там будет большая карта, на которой будет отмечено куча всего. Какой квест? Я понял, наверное. Так вот же, по карте же видно, нет? Видно. Она дает его или нет? А. Там есть кто-то? Милитар? Ола? Да. Вишну дал деньги. В чате написали? Да. Дельный адрес. А, что-то через 15 минут? Что через... О, я прыгать умею? Я не знал, что я прыгать умею. Озеро ледяных оков через 15 минут. Ну, это для 80 уровня. Ты прыгать умеешь. Но да? Я тоже почти 80 уровня. Ну да. Через немножко опыта... А, ты в два раза ближе, чем я к 80 уровню. Мочи этих свиней. Так надо квест взять еще один. Тер-тер-данел. Надо сдать его. О, нифига, ты в чат пишешь, что ты выполнил квест. Понял. Это очень ценно. Спасибо, что держишь вкус. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Да, кстати, вроде можно отключать модик, но можно не отключать. Буду держать, плотно держать в курсе. Плотно держать в курсе. Хорошо, интересно, я держу или нет? Я, скорее всего, не держу. Гений? Да. Так. Я слушаю. А, я должен выбрать себе что-то одно. А я вообще не вижу, где мой инвентарь? Я... Сумка справа снизу, она открывается по кнопке B, если что. Но можно просто нажать на нее, а можно открыть по кнопке B. Приветствую. Давай, возьмись квест. Я польщен. Смотри, тебе нужно выбрать. Выберите себе награду, ты должен нажать на одной... А. Вот это одетки, видимо, видишь, я вот недостаточно выбрался. Ярости. Я вообще еще нет, я не смотрю на тебя, если что, сейчас, может, я сам играю. Зачем ты мочишь кабана? Оставь кабана в покое, нам не нужно, посмотри по карте, нам не нужно трогать кабана. Я буду его убивать. Сейчас, напомни, где написан мой самый... Чего? Вот, это буква С. Я должен... У тебя задание справа. Наручники на себя, короче. Ты можешь просто найти их в... А зачем ты взял наручники, если они тканевые, а воин носит кольчугу? А, нет, это кольчужный. Тогда молчу. Нифига ты там кольчужный наручники нашел. Короче, пойдем квестики вот отсюда возьмем. Я хочу телепортацию в Дарнас. К сожалению, нельзя. Ты мог телепортироваться в Дарнас, потому что ты был магом. Ты сейчас не маг, а эльфы не могут быть мага. Недостаточно ярости. Возьми квестик, чел. Мне нужна цель. Чего из кабана ничего не выпало? А потому что у нас по очереди редная добыча. Я могу сделать каждый сам за себя. Кто первый встал, того этап. Приветствую. Нет, давай по... Не, поочередно тоже тупо, потому что ты можешь убить... Не, поочередно хуже, лучше каждый сам за себя, конечно. Может, значит, ты типа завалишь кабана, а добыча будет моя, и в итоге никто не соберет. Так, у меня вот здесь еще какой-то квест показан. У тебя, возможно, в другом месте. Меня не отображается. Ну, ты воин, поэтому поищи своего наставника воинов. Это наставник жрецов. О, я стамину. Стамину ищу. Короче, я буду стамину давать. А ну иди сюда. Что привело тебя сюда? Сейчас ты у меня получишь стамину. Карта открывается на М, и с карты должно быть все понятно. Может, здесь удачи. Интуитивный интерфейс для... Даже для отсталых детей в школах.
Что я тебе дал стамин. Чем могу помочь? Ты можешь у него научиться новым скиллам. Если что, тебе не нужно... Что, если что? Тебе не нужна на панели БГ с танчиками. Да-да-да, БГ прикольная. Ну, да надо 80-го качаться. Да изучай. Смотри, тебе не нужна то, что у тебя первое... Парирование меня нужно или что? Ты можешь выбросить автоматическую атаку из панели, потому что оно... Где это тебе видишь... Объясни, что я должен сделать, я не понимаю. Это ты можешь защитить, вот у тебя на панели внизу, слева. Видишь? Панель. Не-не-не. Хорошо. Закрой окно диалога, это не нужно. Вот закрой. Всякие штуки. Да. Ты можешь выбросить на этой панели единичку, потому что автоматическая атака тебе не нужна. Ты просто нажимаешь правой кнопкой на врага и сам его начинаешь атаковать. Тебе не нужна эта команда. А я не помню, как я не могу атаковать эту цель. Shift надо зажать? А, на Shift, скорее всего, нет? Ты какую-то клавишу выбрал, скорее всего. Неподходящая цель. Все. Все, соответственно, когда ты накапливаешь ярость, ты перетащи двойку вперед. Надо подождать. Да. Но это можешь перетащить не красава. Умом. Спрятался. Ладно, пойдем. Короче, я перетащил это слиться с тенью в самое правое место. Ну почему здесь дуэли запрещены? Ну сейчас мы выйдем из этой зоны, я тебя наваляю, не беспокойся. Я тебя наваляю. Погнали, открой карту и сам пойми, куда нам надо идти. Открой карту, нажми М. Английскую. Видишь, там на карте интуитивно понятно, что нужно делать. У меня, кстати, собран один из 8 мхов. Вопросик, как надо сдать квест, а там надо помочить жмыхов. А, ты будешь мхи собирать, ладно. Ой, надо что же собирать. Я могу вепря побить. Можешь побить вепря, я не понял. Ладно, пойдем наверх потихоньку, там нужно будет бить... А, кстати, надо большого вепря бить. Ты не бей маленьких вепря, бей больших. Блин, ты еще поезд взял. Запущенный. Почему, кстати, дети не спят в 3 часа ночи? Ох, я... Что я их разбудил. Ну, не то, что я их разбудил, но, короче, просто не спят, все. Я не вижу мох, который надо собирать, у меня он нет. У них же экзамен завтра, да, не так. Но греля можешь бить, из греля выпадает мох в скверну. Щетинистый вепрь и мох. Щетинистый вепрь это кабанчик. А, мне надо просто бить щетинистый вепрь? Не сейчас. Не ну, и собирать с грели и мох в скверну. А, ну это правда, у всех разных нет экзамен. Недостаточно ярости. А грелях надо нужно больше ярости. Тебе надо с них мох собирать, потому что весь мох я собираю сейчас. Но бить тоже надо. Что значит собирать мох? Как можешь собрать мох? Ну, убив? У них в луте выпадает нужный тебе подквест. Дроп выпадает нужный подквест. Ну, тебе надо не просто их убивать, если вейперы тебе считались просто так, то с грели тебе надо лутать специальную штуку. Ты используешь свой скилл первый? Ну, пока да. Пока да? Недостаточно ярости. О, мне засчитывается то, что ты убиваешь вейпер, красава. А я не вижу, где ты авто нашел. Вот тут написано, что надо убить еще 2 вепря. Да. Там справа, по идее, написано, а... Нужно больше ярости. Если не справа, то по карте. Ты тогда грели убивай. Ну, я убиваю грели, но проблема в том, что тебе это не засчитывается, потому что с них лут нужен, а не просто трупы. Тогда я переключусь пока на грели. Ну, переключайся. А я не вижу, где они. Ну, по карте посмотри, они живут. Ну, вот здесь вот большое количество грели есть. Давай, я убью вейпера, ты иди туда. Да, бежать? Ну, вот там куча грели. Возможно, тебе, кстати, можно с моих подбирать. У тебя не горят мои чувачки убитые мной? И хватит мочить всех подряд, чуть-чуть из воды. Я вижу, что он мертвый, но мне не отображается, что в нем есть лут, так что нет. Ну, просто мочи новых, значит.
О, он издает звук, когда ты им. Достаточно ярости. Твоим им. Ну, он и есть им. Больше ярости. Из Хардстоуна. Микро не быстро лопаются от меня, и как долго ты их валишь. Как ты думаешь, кто победит в дуэли? Мне нужна цель. Еще за стиль давай. Была бы у Вити вебка, набралось бы зрителей 100. Это правда. Но... У нас стример Мишаня. Я промахнулся. У меня нет цели. Так ты все равно можешь залутать. Новую тряпку. Сначала нужно выбрать цель. Сколько тебе там еще надо? Два. Все, иди и саблезу убивай. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я сам разберусь. Нужно больше ярости. Ой, я плащ нашел. Если есть. На! Застилил? Не застилил. Ну и ладно. Ну, пойдем с саблезубов мочи. О, да можно взять квест. Здесь квест возьмем. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Че, ты справился или тебя убили уже? Не убили. Нехорошо детям, сидишь такой в 3 часа ночи, ничего не делаешь. А вот мне завтра на экзамен в 9. У меня тоже хорошо. Справедливо? Справедливо. Тоже хорошо. Вообще отлично. Контингент мобов напоминает думускую. Это хорошая мысль. А, ты сейчас квест взял? Да, я стой поделился. Мне тоже. Я сейчас там квест, погоди. Всеми квестами, которые у тебя есть. Я все поделился. Я пошел сдавать квест в Андриэле. А ты куда-то в другое место пошел. А, ну и хрен с ним, это не важно, может потом сдавать. Мочи тигров, короче. Я, правда, не знаю, считаются ли мне или нет. А, ты пошел на вопрос? Спасал. Приветствую. Ну что, настоящая заруба будет, когда мы выйдем из этой стартовой зоны. Освети твой путь и ум. И начнется возможность играть в дуэль. Вот там будет полный разрыв. ВВ, это Виктор Валерьевич? ВВ, это Виктор Валерьевич, я. Так, пора бить чащобных тенетников. Обрати внимание, что тебе тоже надо с них лутать штуку, поэтому не просто надо убивать, а воровать новичка. Я сейчас тоже иду поезд сдавать. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Да не ссы, чувак, я убиваю их в 5 раз быстрее, чем ты. Я вообще-то уже 4 уровня. Нет. Я, ты думаешь, нет? Блин, нет. Ладно. Я не 4. Нужно больше ярости. Я кабанов убивал больше. Недостаточно ярости. Раскабанил. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я больше не унесу. У меня нет места. Лох. Ну, выкинь что-нибудь из рюкзака. Возьми самое дешевое, найди и выкинь. А как это выкинь? Даже можно продать вроде как-то, нет? Да, но... Короче, это не стоит. Если у тебя там вещи есть по одной-две бронзовые, то забей. Нет, я хочу продать. Нет. Ну, ты сейчас очень много времени потратишь. В магазине, я понял. Да, ты продашь... Ну, короче, ты еще много времени потратишь бегать туда-сюда, что? Блин, у меня есть выбор, либо надеть щит, либо двуручный меч. Если ты наденешь щит, то ты будешь драться кулаками, потому что у тебя не будет оружия. Лучше двуручный меч, конечно. Ой, я пояс нашел. Ну, кольчужный, у тебя есть пояс? Ой, я, кстати, нашел пояс лучше. На, забирай. Шпились.
спасибо. Нужно больше ярости. Теперь у меня место кончается. Сапоги вообще 0 монет стоят. Отличная обувь. У меня стоит 1. Да? Нужно больше. Не, ну, это ты, который надел. Те, которые ты мне дал, стоят много. Бесценная обувь. Ну, пожалуй, самое место на помолч. Ой, я чуть грели не стал мочь. А где тигры? А, я нашел. Так, смотри, я сейчас завалю тигра, ты мне скажешь, будет он тебе считаться. Может, возможно, ты далеко слишком. Кстати, щит подобрал. Убил? Нет, сейчас скажу. Сейчас валю. Вот сейчас убил. Засчиталось? Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше. Значит, ярости. Слишком далеко. Недостаточно ярости. Некуда класть. Я больше не унесу. Блин, чё ж так мало инвентаря? Он был просто продаться, не подумал об этом. Ладно, короче, давай мы тогда сейчас завалим пауков вначале, а потом тигров вместе. Потому что ты видишь, что не засчитывается перед великом. Ты плащ можешь что надеть, по идее. У тебя плот под плащ свободен. Нужно больше ярости. Так, мне одна паучья осталась. Осталась? Одна паучья железа, да. Ты не иди глубоко в пещеру, тебе не нужно так делать. Потому что ты хочешь возвращаться будет. Тут снаружи хватит пауков, может на обратном пути их залутать. Дамечки будут, но Виктор Валерьевич пока что выиграет, потому что у меня шмотки плохие, у него класс обязывает меня выигрывать. Чувак, ты в курсе, что я ношу шмотки, у которых 4 брони, а ты носишь те, у которых 24, но я тебе все равно пару. Недостаточно ярости. Видишь, как они заканчиваются быстро от меня. Ладно, пойдем на выход. Идем за мной. Ну еще, сейчас мы выйдем из этой песочницы, я тебя надеру задницу. Дети пополнят лексикон новыми матами. Все, сделано. Пойдем молить лепедов. А, нет, у меня один саблезуб зачтен, а у тебя сколько зачтено? А, один, все, тогда зачем? Меня большой задержкой зачли. Чё? Сейчас типа только зачли? Ну, позже, чем ты сказал, что... Ладно. Короче, мочи тигров, они такие пятнистые. Вон, серые пятнистые. Потом пойдем сдавать квесты и продаваться. Я кабанов буду убивать. Ну, хорошо. Но сейчас, если что, мне опыт тоже дают за убийство, потому что... Мы рядом. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Пришлось. У меня очень низкий этот самый рейд удар. Скорость. Ну ты просто ультра слабый. Что, ты а ультра... думаешь, у меня появится скорость удара? Нет. Ну ты взял воина, не знаю, зачем ты взял воина. Воин? Я говорю, воина главная синергия в этой игре, это ты делаешь рывок, а потом есть кнопка покинуть тело. Вот это синергия воина, если что. Мне не нравится. Но это особенность класса. Не воруй! Я больше не унесу. Не дам. Уйди. Это моя добыча. Я не дам тебе. Это щит за 7 бронзов. Ладно, пошли сдавать квесты и продаваться заодно. Здесь по карте больше ничего нет. Можешь кабана вальнуть, если хочешь. Я, между прочим, хил. Я так не боевой класс. Я лечить вообще должен. Ну и лечи. Ну и лечи отсюда. Рыби. У меня написан какой-то значок. А, Алисия, наставница воин. Алисия. Да.
А, да это надо в дом зайти, что ли? Ну, оно в дереве внутри, да. Вот, блин, друиды. Только могут что в деревьях сидеть, а гигантских. Как будто это самый аватар. Новая серия аватар. Так аватар же они вроде эти. Или они разве деревесные? Это древесные вроде. Ладно. Пойдем к великому дереву, оно очень мудрое. Оно наставляет нас. Приветствую. Ничего почти. Себе. Со смыслом. Ну, здесь надо сдавать квесты и продаться надо. Вот там где-то у кого-то будет возможность продаться. Поищи там мешочек. Наводишь, чтобы их показывать. Нету места. Ёлку-моталку. Ёк-макарёк. Блин-блин. А я кто? Я раса какая? Эльф? Кровь? Ты эльф? Воин? Нет, ты ночной эльф. В смысле, ночной эльф не вроде, а точно. До свидания. Зачем ты задаешь этот вопрос? Тебя там спросили пояснить за расу или что? Нет, там написано, что шмотка, которую я могу выбрать, подходит только данным расам. Нет, там не может быть про расу. Там может быть про расу. Не может. Ну, посмотришь запись, там сказано, что подходит следующий мир раз. Мир тебе. И шо? А почему мне не пишут? Да если что, все предметы, названия которых написаны сереньким, прощай, являются мусором. Поэтому их нужно продавать. Иногда этот мусор лучше, чем твои шмотки, поэтому его можно надеть, но... Глобально можно продавать. Так, скажи, где можно продаться вообще? Ну вот в этом дереве большом. Ты сейчас пойдешь к своему наставнику изучать новые скиллы, там же сможешь продаться. Некуда класть. Зайди к наставнику своему, изучи новые скиллы. Как же тут все может медленно. Сдать перед этим кусты. Между прочим, мы качаемся в полтора раза быстрее. Очень медленно бегаю. Ну, на 20 уровне научишься бегать быстрее. Ты написал себе этот самый родитель не поддерживаемых дестройершей. Ершой, причем. То есть, вот ты мужик. А где написал? Ну, когда ты создавал только аккаунт. Да. Ты написал, как тебя в падежов. Падежу. Короче, смотри, продаться можешь, например, вот этим побеням, любой из них. Ты куда пошел? Продайся. Ну, ты видишь, что они... Мешочек. Рваный кожаный жилет. Он может быть лучше, чем то, что у тебя. Ты, кстати, зачем ткань надел? Тебе надо кольчугу носить. Так у меня нету кольчуги, что ты мне рассказываешь? Почему ты, блин, воин, который одет в ткань, как швец? Я этот самый оборванец, потому что вот... Брыганец. Пойдем, ты научишься скиллам новым. Иди за мной. Иди за мной. Ладно, падай, я просто продам все, потому что это все бесполезно. Ну, продай все, это не важно все. Просто освободи место в сумках. Значит, в начале игры экономика не сильно важна, потому что мы сейчас, типа, боремся за какую-то сумму в районе одной серебряной монеты, а дальше тебе будут за один квест давать. Да я помню, 15. Я думаешь, не ходи сюда. Иди ко мне, иди за мной, иди сюда. Я не могу пользоваться посохом? Ладно, я вот это тоже. Выбирай, не торопись. Я не могу атаковать эту цель. Он же у тебя был красный, когда ты выбирал его за квест. Нет, по-моему, мне его дали выбрать. Ну, да, но... Это означает, что ты можешь его взять, но красный ты его не сможешь носить, значит. Иди к воину обучись, ты волчица! Одинокая, иди... Иди сюда. Тут твой наставник. За обучись у него делать... самый Егор Сапрунов и... Атавмян. Что? За нами Сапрунов и Атавмян наблюдают.
Ну, они призеры в сервисы, может. У меня же, в общем, тоже призер в сервисы. Не свежего, конечно, но что-то мне все равно надо на экзамен идти завтра. Видимо, мы все раз просрочили немножко. Странно. Я хочу изучить штуку. А, мне требуется уровень 6. Если она горит красным, ты не можешь ее изучить, значит. Смотри, тебе их нужно будет вытащить из книги заклинаний. Книга заклинаний. Нашел? Она на панельке справа от твоего портрета. Либо надо на кнопку P английскую нажать. Нашел? Превращение в огонька после смерти. У меня реально синергия со смертью. Ну, повытаскивай на панельку там. Я, например, боевые атаки вытаскиваю на самую нижнюю панель, ну, которая основная, а всякие хилы, бафы я вытаскиваю на панель повыше. А что, как, с панели повыше разве можно? Но ты не можешь к ним обращаться при помощи цифр. Мышкой надо. Ну, только мышкой, да. А можно там shift единицы, например? Как-то? Нет. Я сделал. Нет, панели выше нельзя. Ну, у тебя воин, на самом деле, немножко пианинистый, потому что тебе надо действительно много нажимать на цифры. Но, например, там, не знаю, какие способности... Я на Росинке тоже очень много нажимал. Там, сделать оружие ядовитым, еще что-то там, ударить дополнительным ядом. Удар в псину. Да, было там. У меня только лучшие товары. Короче, все, иди сюда, задавай квест. Пусть пойдем за яйцом чешовного паука. Нет, я хочу сдать квесты. Ну, сдавай. А как поделиться своим квестом с тобой, если у меня есть квест? Журнал заданий, кубок такой, видишь? Прощай. Ах, шманючку. Ладно, давай собирать. Пойдем за пауком в пещеру, и по дороге собираешь грибы. Ну, по карте, видишь, там у тебя подсвечивается, вот это надо собирать. Открой карту и пойми, куда тебе дальше надо идти. Я все правильно делаю. Это ты молодец. Я не говорю, что делаешь что-то неправильно. Я откажу тебе открыть карту. Какую кнопку открыть карту, Миша? Ну, карта по-английски map, так что, видимо... Нет, туда... не туда идешь. Что? Хорошо, этот квест, кстати, можешь мне расшарить, потому что я его не взял. Но нам нужно еще в этой зоне доделать один квест. Можем идти отсюда. Так, ты справишься расшарить его мне? Пока не получается. В чем проблема? А какой из этих кнопок? Ну, журнал заданий. Это или L, или английская L, или мышкой на панельке щелкнуть кубок такой. А дальше что, поделиться? Поделиться, да. А вот защитница леса, что ли, надо поделиться? Ну, у тебя на некоторых квестов слева написана единичка в квадратных скобочках. Это означает, что этот квест есть еще у одного участника группы, кроме тебя. А ссылка в Долонару, я не получается тебе ее пошарить. А, ну, скорее всего, потому что там... Это только для меня. Там тебе что-то дали в руки, какой-то товар, видимо. И так, что тебе придется вручную брать. Ну, забей, ладно. Собирай траву. Я не вижу ее. Грибы. Если прошел мимо какого-то места, где отображалось на карте, что там грибы, там ничего нет. Ну, это место, где может быть будет гриб. Это не обязательно то, что там есть. А, я не сменил название своей дипломной работы. Ой, своего стрима. Это кликбейт, да. Это такой хитрый способ завоевать побольше подписчиков. Поэтому я твой научный руководитель. Если вы хотите посмотреть мою дипломную работу, у меня на YouTube-канале. Я 11 часов. Нет, чувак, все честно. Это я твой научный руководитель по этой дипломной работе. Вот почему тебя моим научником назвали. Это хорошая шутка. Все, у меня все сложилось. Эта шутка обрела смысл. Она и до этого была, в принципе, неплохая. Потому что я наверняка имею какой-нибудь диплом подготовки Михаила Иванова к Олимпиаде какой-нибудь. Я, по-моему, вот тебя как раз не писал, потому что ну его нафиг. Ну согласен с этим ничком умеет дело. Недостаточно ярости. Пойдем куканов мочить.
Тебе надо собирать грибы и еще траву. Достаточно ярости. Грили мне надо. Нужно больше ярости. Да. Нет, грили тебе не надо убивать. А кабанов? Кабанов тоже. С них падает одна монета. Ты убил только что. Ты только что убил импа ради одного гроша. Молодец. Красава. Собирай грибы. А, кстати, с них падают грибы, ладно. Я не знал. Оказывается, с них падает, так что, возможно, их надо убивать. Скорее? Но проще грибы подбирать. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Блин, не могу последний гриб найти. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Кто там тебе мощь? Умираешь? Ну, можешь прийти похилить, но нет, не убью. Не, я могу тебя только добить. Я тебя добью. Меня добить. Обью. Недостаточно добью. Ярости. Чел, мы только выйдем из этой зоны, сразу дуэль, и ты сразу нужно инста умираешь. Ярости. Инста покинуть тело. Нет, ярости. Чувак, это нужно самое. Больше ярости. О, нет. В дуэлях, когда ты умираешь, ты не умираешь, на самом деле. Это знаток, я смотрю. Знаток. Ну, это я. Смотрите, в дуэли. Чего не отнять, того не отнять. Тяжелый опыт, это тоже опыт. Согласен. Золотые слова. Так, ты там что, куда ты пошел так далеко? Иди сюда. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Иди ближе к пещере, потому что нам дальше нужно будет куканов мочить в пещере. Какой пещере? Ну, по карте ты увидишь? Я вижу тебя, а пещеру не вижу. Ну, там... В том месте, где нахожусь я, у тебя должно быть очень много этих мешочков отмечено. Я везде мешочки отмечены, но там просто ничего нет. Обманывают, значит, простых работяг. Скнили свои товарищи. Что там тебе осталось насобирать? Да, кучу всего осталось насобирать. 4 да? Лунных линии... До сих пор лилии не отмечены. Лилии рядом с озером находятся. Да где озеро? Почему он... Я, ну, вижу, карте, я не вижу на карте озера. Ну, открой карту и посмотри. Сейчас там есть... Нет, там озеро, ты издеваешься? Там просто горы есть, какие-то конечно. Нарисованы. Чем? Это тебе три озера считается? Нет, какие-то горы? Это фонтан какой-то? Вот. Ну, открой, нажми М-ку, и там будет видно озеро по карте. Да что ты говоришь? И где оно? Это какие-то синенькие штуки там с чем-то. Ну вон, оно вот там вот примерно. Покажи. Сейчас. Где? У тебя на мини-карте, но прекрасно видно. Тыкай! Ну где-то там. По карте, которая, блин, справа в углу у нас, оно не видно, потому что оно подкроное дерево. Если нажмешь М, там будет да видно озеро. Да я открыл М, ты тыкаешь, и я ничего не вижу. Иди сюда, иди ко мне. Вот видишь лужа, огромная лужа, видишь? Иди сюда. Я к тебе иду, нет? Да, я к тебе. Я тебя не вижу. Это озеро называется. Это лужа. Оно на карте линия. М не отображается. Вот посмотри у меня на карту М, у меня там не видно их. Ну, у меня отображается. Я не знаю, как оно может у меня отображаться, у тебя нет. Короче, все, иди сюда, Мишаня. Ладно, я смотрю. Но оно у тебя просто завалено всяким этим... Виктор Валерьевич, у кого вы принимаете завтра? 10-4, я понимаю. Десять четыре — это такого же возраста, как и наши. Да. По-моему, геометрию, но может быть не геометрию, я не знаю. О, я еще... помню, как какой-то день, в который у всех нормальных детей проходит кенгуру, нам... Максим Яковлевич сказал, а вы сегодня будете писать контрольную по геометрии. Я получил за нее тройбан. Писать кенгуру. А про устный счет по дифурам? А устный счет по дифурам мы вообще не будем вспоминать. Это запрещенная тема на канале. Ты все грибы собрал?
не уходи от пещеры. Мне пришло 50 пойдем. Рублей от Артема. Знаешь, написал Артем. Ну, рассказывай историю про это. А про что историю? Эти фуры. Нет, это жестоко. Сейчас, история про эти фуры, это история на полрубля, а не на 50 рублей. Я бы, если бы мне рассказали историю про эти фуры за 50 рублей, я бы сразу отписался от этого стримера, потому что он ничего не... Мне нужна лимфа чечебного тинетника, это где? Ну иди сюда, я мочу этих тинетников специально, чтобы они тебе не достались. Я уже всех завалил здесь. История очень грустная. Нам... Михаил Павлович никогда не умел писать устные счета. Нет, я... А Виктор Валерьевич умел писать устные счета, и поэтому Михаил Павлович завидовал Виктору Валерьевичу. Ну так, как ты рассказываешь, будет на полрубля, да. Так ли это? Мне пора перевести... Можешь сам перевести теперь ему назад 49,5 рублей. Тогда мне нужно получить 50, означает. Так что нечестно. Ладно, пойдем полить паучиху. Ну рассказывай, я ничего не заспойлерил, я все равно сказал, как обычно было. Я в целом нормально решал эти самые счета. Конечно. Достаточно ярости. Но в тот день что-то пошло не так. Рассказал тему дифуры, я, видимо, не очень хорошо ее понял. А Максим Яковлевич есть интересная методика, вот он один урок посвятил этим дифурам, и следующий сразу же будет устный счет по ним. Но вот как обычно решаю я эти дифуры. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Куда, что ты хочешь? Ярости. Иди в пещеру. Тебе видишь, надо идти на шестеренку такую. По карте. Решаю я первый дифур. Он что-то не решается. А Виктор Валерьевич, там секунд 15 прошло, поднимает руку. Типа, я решил. Ну, что-то тут не так. Недостаточно ярости. Ну ладно, видимо, облажался, неправильно решил. Решаю второй дифур, тоже невозможно решить. В итоге я кое-как там смог решить три самых тупых дифура, в которых просто f' от x равно синус x, f от x, вот такое, что-то такое. А самые сложные дифуры там даже близко не пахло решением. Вот получаю свою тройку, а Виктор Валерьевич каждый раз поднимал руку, типа, ну вот я там решил его за 20 секунд. И оказывается, у него все правильно. Он просто там угадал на все 5 дифуров ответ. Я реально угадал, все угадал. А Виктор Валерьевич угадал на все 5 дифуров. У меня просто... Очень грустная история, абсолютно правдивая. Но это нечестная история, типа, ну, это так неправильно. Абсолютно правдивая главное. Это несправедливо. Ну, жизнь такова. Все, собрал яйцо чешевного тинетника. Пойдем отсюда. Русский вниз. Я так и говорю. Прыгай. Я вот еще причем это самое. Когда получил тройку, говорю, Максим Яковлевич, ну ведь это же реально какой-то имбаланса сложного устный счет. Вы, может, что-то перепутали, может, не надо за него оценки ставить. Говорит, да нет, вроде не сложный, вот пятерка даже есть. И показывает на вот эту вот наглую рожу лысую. Я тогда не был лысый наглой рожей. Просто был наглый рожей. Тебе предлагаю тоже донатить за то, что ты хорошо дифуры решаешь. Точнее, за то, что повезло ответы угадать. Не надо мне донатить. Я не буду выпрашивать донатить. Ну, значит, скиньте мне еще 50 рублей. И лайки. Обязательно лайки. Шаня. Профессиональный стример просит лайки. На Твиче, по-моему, нельзя лайки ставить. А как? А что, тут только донат? Тут можно подписаться, задонатить. Да и то задонатить на самом Твиче нельзя. Типа, на самом деле, ты подключаешь Boosty или Patreon. У тебя подключен Boosty. Я не подключен, мне просто скинули на карточку. Как? Откуда? По номеру телефона, что ли? Да, я расшарил номер телефона кому-то. Я помню, что как ты однажды расшарил номер телефона кому-то, и там написали знаменитое четверостище, вернее, густище. На этот номер телефона. Я не понимаю, чем это. Могу помочь. До свидания. Ну ты его забанил, когда я в чат написал. Ой, блин, это надо на дерево подниматься. Короче, пошли наверх дерева. Мишань. Ты выбрал что-то. Пойдем. Пойдем. Ты потеряешься. Ты штаны надел. Ты куда идешь? Куда?
Ты надел штаны, красава. Почему ты надел штаны с двумя брони? А что мне еще делать? У тебя лучше штанов? Нет, 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 хорошо, мундир без ничего лучше. Не-не, надень просто те, где больше брони, и все. Я считаю, что за 50 рублей ты можешь сказать знаменитое двустишье. Все равно дети, скорее всего, знают. Ты какой про пары? Да. Дети наверняка его знают. Но это известнейшая история про Михаила Павловича Иванова. Как он оконфузился. И какая правдивая, главное. Какая подтвержденная документами, там, например, и все такое. Ну, оконфузился. Блин, по-моему, я уже был. Может, я создавал уже аккаунт на друидов, но просто мне надоело на эти деревья собираться. А может, эльфы крови тоже с этими... Нет, эльфы крови без деревьев, по-моему. Я не помню. Не-не-не. Стой, стой. Возможно, у нас был. Иди сюда. Мир тебе. Иди с миром. Что ты так долго у него квест берешь? Мне Дима Рыбка написал. Теперь открывай мини-карту и сам смотри, куда нам идти сдавать этот квест. Я просто иду за тобой. Я следую. Покинув тело! Ну, основы геймплея на войне ты уже, в принципе, понял, так сказать. Самое популярное действие. Ну смотри, у тебя еще жмыховичок очень быстро бегает по сравнению с остальными трупами. Ведь какого чарджа? А что надо было зачарджить, чтобы мне сработать? Ну чарж, а ты знаешь уже чарж? У тебя есть скин чарж? Чарж — это рывок. А, рывок. Ты изучил уже рывок, я не знаю. Изучил, но требуется боевая стойка. Мне нужна цель. А, ну войди в нее. Это, по идее, то, что у тебя сначала там... Нужно выбрать... Нет, мне нужен, как минимум, враг для этого. Нет, ты можешь войти в боевую стойку, потому что боевая стойка — это то, что у тебя... То, что у тебя сверху такое стоит над твоими панельками, такой перекрещенный там... Мне нужна цель. Дубинки или что, я не помню. Я больше не унесу. О! Некуда класть. Получилось? Ничего у меня не получилось. Но если ты не научишься делать рывочек, ты меня в дуэли точно не победишь. Я больше не унесу. А кого там можно продать? У меня опять полный инвентарь полезных вещей. Наполни вначале... Подожди, наполни... Пойду вот здесь. Где? Вот. Ну, по карте открой. У меня там куча вопросиков. Шестеренку, нет, ну шестеренку, давай, никакие вопросики. Но у тебя, чел, у тебя проблема с навигацией. Эшнуала. Ты понимаешь, что если ты сейчас пошел туда, тебе все равно придется возвращаться сюда. Ты просто сделаешь крюк. Капитан. Удачи, друг. Капитан. Ну где твоя шестеренка? Вот это? Ну, я на ней прямо сейчас стоял. Ладно, Витёк, ты расскажи историю, потому что тебе хотели скинуть донат, а то, что ты его не принял, тоже твоя проблема, я считаю. Я могу рассказать анекдот про самый вкусный бургер в Бургер Кинге? Нет, я не знаю, скорее всего, ты рассказывал, но не про Бургер Кинг. Я считаю, что гораздо более легендарная история, как ты первый раз попробовал в Сабвее. А-а-а. Да. Возможно, дети знают, но короче, я все равно расскажу. Михаил Павлович очень большой фанат фастфуда, поэтому в Subway он поел впервые в классе в 10-м, да? Это 10-м, наверное, было? Я не помню, примерно так, может. Короче, мы ездили в Москву с Дмитрием Андреевичем. Я помню, что меня во время той же поездки забанили в Угуртрейде. Поехали в Москву на каникулы. Да, вот. Там, суть в том, у нас еще этот самый Виталий Арнольд экскурсию нам провел. Мы жили в школьном спортзале какой-то школы известной, но я не помню какой.
А я две ночи? Даже не был уверен, что известно, но, наверное, да, известно. Не, вроде бы известно. 179. Вот. Короче, мы две ночи жили. Михаил Павлович решил разнообразить свой рацион питания с Subway, но, к сожалению, был вторник, а фанаты Subway знают, что во вторник за саб дня. Но не фанаты, некоторые тоже теперь знают, что во вторник за саб дня. В общем, да, Михаил Павлович съел примерно половину саба с тунцом. Сказал, что что-то какой-то сказал. Я весь съел. Ты весь съел? Я а тебя просто съел. Потом это рвануло. Тебя рвануло со всего саба. В общем, он потом полез наружу. Михаил Павлович больше не ел в Subway. Это не репрезентативная выборка еды в Subway. А я не знаю, типа, нет, Subway, я в Subway не ради картошки. Я сейчас его ем ради бутриков, в которых нет рыбы. Так, ты, кстати, взял квест противоядия для Эверона? Он там на время. Ты видел, что там квест на время? Я только сейчас обратил внимание. Ничего не брал. Он у тебя есть. У меня написано 3 минуты 20 секунд. У тебя, наверное, еще меньше. У меня 3 минуты, 2 минуты осталось. А я не знаю, куда его нести. Ну, найди по карте. Я польщен. Дельнадрис. Сопоставь название задания с картой и вопросиком на карте. О, это очень далеко идти. Ну, ты успеешь. Я сюда за 30 секунд дошел. Я на дереве. Ну, прыгай. Нет, так дольше. Впервые, что ли? Так же дольше. Ну, ты можешь спрыгнуть на крышу. Я, если что, прыгаю на крышу. Если ты прыгаешь на крышу, а потом вниз, ты не умираешь. Какую крышу? Ну, там есть крыша внизу какая-то. Правильно? Ну, я спрыгнул на эту же лестницу круглую. Ладно. Успеваешь сколько ты еще времени? Минута. Бегом, давай! Прыгай, чел, ты не успеешь, если ты будешь спускаться пешком. Я, кстати, по уровню обогнал. Господи. Чего там хорошего? Реально не успеешь, чел. Ты просто засал прыгнуть. Это просто синергия воина потеряна максимально. Чего и квест не успеешь сдать? Я пытаюсь. У тебя уже, по моим расчетам, секунд 20 осталось. Не, я не успею. Тогда стой. Отменяй его, отменяй. Не иди, отмени его через журнал зданий, возьми заново. Пока ты не ушел далеко отсюда, отмени его и возьми заново. Какая интересная игра. Ну, чел, ты сам решил проходить обучение. Я тебе не чел, с тобой пиво не пил. Ты кто? О, у меня, кстати, нет денег на новое заклинание. Замечательно. Чем могу помочь? А надо было кабанчиков убивать, пока была возможность. Вложился в кабанчиков, пока это было актуально. А я не вложился. А теперь все. Так сказать, надо было на заводик ходить, когда пускали. Кабаний рынок, все. Закрыт. Так, у меня слово силы щит появилось. Нормально. Слово силы щит? А, это в Хардстоуне такое есть. Да, да. Теперь у меня есть. Знаешь, Крист? Крист of the Feast. Ты куда идешь, Боди? Опять кабанчиков пошел быть, что ли? Чел, оставь в покое кабанчиков. Нет, кабаны не будут жить. Ладно, короче, занимайся своими увлекательными делами. Я тебя буду ждать на...
на выходе из деревни, готовый к дуэли. Заряженный, готовый к дуэли. Попу тоже можешь намыть. Можно как-то повежливее? Хорошо. Это тоже надо опять на дерево запираться, чтобы его вылечить, что ли? Нет. Он на горе этой? Да нет, ну блин, по карте смотри. Ты уже один раз к нему подходил, куда он не делся? Я забыл, что я к нему подходил. А, я с тобой. Молодец. Между прочим, его даже нашел сам без меня. И раньше меня. А второй раз что-то пошло не так. Я, короче, не готов официально засчитывать это за то, что, типа, наша дуэль, потому что... Я пока не разобрался с своими скиллами, типа, я вообще 5-6-7, у меня кнопки, я на них не понимаю. Чел, я просто тебе дам по жопе и все. Я лисы, это не зачту, это не зачту это за официальную дуэль. Это будет быстро, это не на извинение, какая разница. До новых встреч. Ты можешь просто временно запаузить стрим, чтобы дети не видели, как я тебя просто... Этого позора. Докажу. Чел, я, между прочим, хил вообще. А ты воин, ты боевой ковбой, по идее. А я просто жалкий хил, который даже драться не умеет. Я тебя палкой завалю. Не, ну ладно, одной палкой, наверное, не завалю все. Я могу посохом завалить, только я не умею им пользоваться. Кулаками. Блин, я могу снять посох, только кулаками тебя замутить, наверное. Будет долго, но я тебя замутишь кулаками. Просто я умею хилиться, а ты не умеешь. Поэтому, скорее всего, я тебя реально смогу кулаками завалить. Это классика, ты уже там надуэлился, когда тоже у тебя был хил в манене. Чел, неважно, если бы мы были наоборот, я был бы за войн, я бы тебя тоже завалил. О, какая красивая вода. Дело не в том. Вот купил компик хороший, и теперь у меня вода хорошая. Все, сразу брызги. С брызгами. Да, с брызгами. Так, все, ты все квесты сдал в долине? Ты, кстати, обучись у своего наставника на скиллы, может, они тебе пригодятся в дуэль. Продержаться на пару секунд подольше. Ну, вдруг там будет, например... Сейчас, ну, нет, если рабочий у тебя уже есть, то все, основное воиновское у тебя уже присутствует. Да я не научился им пользоваться. Блин. Ну, сейчас я посмотрю, что там нужно для рабочего. А, наоборот, не действует во время боя. Да, рывочек не действует во время боя. Ты типа перед боем... Вот я сделал боевую стойку. Сначала нужно выбрать цель. Вот он мне говорит в слове рывок, сначала нужно выбрать цель. Да, ну ты выбираешь там кабанчика и делаешь рывок. Ты к нему типа прибегаешь быстро. А-а-а. И я типа неуязвимый, что ли? Ну нет, но ты типа рвешь дистанцию таким образом. Нет. Я не знаю, возможно, ты оглушение даешь кабанчику, я не помню. Не понимаю, как этими хряками сражаться. Лакань. Ты взял, научился с кламом боя? Не торопись. Научись скиллам, продай говно и иди сюда. Не ругайся. Извините. Давайте по жопе, да, по жопе. Я тебе сейчас, я просто реально, я сниму посох, я тебя кулаком добью. Чисто в жбан тебе дам с левой, с хуком. Хук левой получишь у меня. Просто... Лазяными перчатками я слушаю по мордашу. Дал Дип. Я польщена. Мне не хватает денег, я храни еще хочу. Храни тебя, богиня. А ты продался или нет? Ну я все продал, кроме тех шмоток, которые сейчас на мне. А вот я в итоге продал, и у меня даже 17 бронзовых еще осталось. Тебе много не хватает?
Мне надо, ну, примерно 70 бронзовых. 70? Нет, да пойдем. Короче, забей хрен. Изучишь потом. Нет. Неважно. Я и буду кулаками тебя бить. Иди сюда. Ну не мочи только кабанчика, пожалуйста. Чел. Оставь покой кабанчиков. Иди ко мне. А ты где? Ну я на выходе вот да здесь. Да иду. Ну иди. Ты кабанчиков палишь по дороге. Я... Чел. Ну мышь, я не вижу, что у тебя ярость почему-то увеличивается. Я готовлюсь, так сказать. Ну давай, давай, набирайся ярость, давай. Мы же миллионеры, еще позлимся. Еще побугуртим. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Сломанный клык. Недостаточно. Молодой щетинист, чел, ты всю ярость терял. Всю злость. Где твоя злость? Я время боевой оскал. Присяду, поем солонинки. Покажи мне боевой оскал. Так. Готов? Да. У меня нет цели. Недостаточно ярости. Я кулаком буду тебя ловить. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Он не очень хорошо дерется. Я типа 2 хп сношу. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Это будет долго, но я тебя пробью. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Отхиливаешься. А нифига ты меня там пробиваешь. Ах ты сманючка. Или что-то кулаками, по-моему, не добила. Давай палку. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я могу тебя как-то прервать выстрелы, если ты... Ну, у тебя будут потом. Короче, потом сможешь, пока нет. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше. По-моему, никто не победит, потому что я успеваю отхилиться. Ну, это же странно, по идее, не должен на меня бой восстанавливать. У тебя слабый исцеление тебе восстанавливает все хп. Нормально вообще? Да, да, нормально. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Оно просто не очень слабое, на самом деле. Недостаточно ярости. Ладно, давай мы все. Что-то я тебя реально бесконечно долго буду палкой бить. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Не сейчас. Нифига, ты 2 удара подряд. Накопил, накопил. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Мне кажется, на нашем уровне, текущем, наша дуэль выглядит не очень впечатляюще. Недостаточно. Я тебя могу быстрее гораздо убить. Кулаком, кулаком, я тебя убью кулаком. На! Блин. Эльф, дестройер. Короче, на самом деле ты станешь сильнее. Просто в начальной стадии то, что у меня есть хил очень сильно. Как это называется? Короче, я гораздо сильнее тебя сейчас, потому что у меня есть хил, а у тебя нет хила. Потом у тебя появятся прерывающие скулы. Короче. Использовать эту способность. Надо подождать. Мне нужна цель. Мне нужно больше инвентаря, если что. Ну, мы сейчас сумки купим. Ох, я на Арзимпе хорошие сумки покупал. Там еще, по-моему, какую-то сумку дали за то, что я в какой-то клан вступил, а потом я из него вышел, и мне сказали, типа, сумка. Недостаточно ярости. Нифига себе, там у тебя какая-то подстава века была.
Недостаточно ярости. Меня, кстати, куканчики валят. Поможешь с куканчиком? Недостаточно ярости. А ты поделишься на квест? Сейчас. Недостаточно ярости. На. Пика сразу много стало всего. И куканчиков были сложнее, чем тебя. Нужно больше ярости. Получается комплимент почти. Достаточно ярости. Нужно больше ярости. Пойдем до деревни дойдем. Там, кстати, можно будет денег, наверное, если что-нибудь получить. Так, тут красота. Ну, куканчики меня вдвоем почти завалили. Только куканчики, я не понимаю. То, кого я могу называть куканчиком, блин, чел? Не знаю, нам надо драться с пауками. Ну, да. А почему это куканчики? Нужно больше ярости. Типа, пауканчик, куканчик? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Например. Я не готов точно анализировать этимологию слова куканчик. Так почему куканчик? Мне кажется... у меня наушник вылетел. Мне кажется, у слова паук и кукан достаточно много. Да нет, вообще, по-моему, согласен. Недостаточно ярости. Что-то мне не нравится механика с ярости, давай я другого героя буду качать, не вообще. Это как я Барта взял в этой самой... Нормально, Кишель, нормально. Ты ж танком хотел быть. А эльфы никто больше танком не может. Недостаточно ярости. Прикинь, как с кайфом мне будет тебя хилить потом. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Рывок покинуть тело. Воин, мне кажется, самый сложный класс этой игры, несмотря на то, что он самый первый. Но мне нравится. Нужно больше ярости. Они сильные. Ярости. Я пока не могу использовать эти способности. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Они сложные просто. Мне нужна цель. Я бы, скорее всего, не победил тебя на войне, если бы ты был на плесте, короче. То есть даже если сделать все гораздо правильнее. Максимально прям правильно. Ты сейчас умрешь от местных мобов, тебя же убьют. Давай-ка стей здесь поздаем, он вопросит. Нужно больше ярости. И куда пошел? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Буренка умирает. Покинуть тело. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Я тебе сказал, не ходи туда. Недостаточно ярости. Нужно буду тебя ярости. Хилить, потому что я не понимаю, зачем туда пошел. Там квест. Недостаточно ярости. Да какой квест? Иди сдай кусты, внучка. Там искательный знак предлагаю. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Тебя не смущает то, что здесь гораздо больше восклицательных знаков в другом месте? Ты можешь как-то выжить или нет? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Возможно, и нет. Пусть я там убью. Древесник. Вот, даже одного завалил. Я хорош. По-моему, завалил. Двух завалил. Блин, а ты рывок гораздо сделать? Или только покинуть тело? Да. Я не уверен, что я хоть раз сделал рывок. У эльфов труп перемещается гораздо быстрее. Ну, вот этот жмых-мечок. Идем куски сдавать. Кстати, ты на своей Арзимпе какие профессии качал? Я был травник. Я забыл. Понял. Травник точно. Я был портной, то есть я точно шил какие-то одежды. Ну, если что, разбойники носят кожу, а портные шьют ткань. Это так себе энергия.
Я слушаю. Пусть звезды направляют тебя. Можешь кузнецом быть. Денег, конечно, вообще нет. Типичный сюрвич. На эльф. Что привело тебя сюда? Ладно, я, наверное, сейчас пока набирай квесты. Ладно, потом это сделаем. Я просто по галдинке перешлю со своего другого персонажа, чтобы они не бедствовали. Удачи. Хотя бы сумки мы купили бы вначале. Конечно, развиваться с нуля тяжело. Приветствую. Дель Надрис. Я слушаю. Прощай. А кому тут можно все продать? Что привело тебя сюда? Ну, любому чуваку, у которого у меня мешочек. Лучшие товары. Мешочек или наковальня? Эшнуала. Наковальню еще можно починить. Береги себя. А что ты не поделился квестом этой самой? Сирия, потому что она дает тебе какую-то землю. Я не могу делиться квестами, в которых тебе дают какой-то предмет. Что-то все восклицательные знаки взял. Блин, денег совсем нет. У меня сейчас ровно ноль денег. Я улучшил этот самый квест, улучшил скилл, у меня ровно ноль денег. Так, сейчас, давай я пришлю нам по галдинке, мы купим шмоток. Сейчас, одну секунду. Рефералку свою опять? Нет. Квест пошел брать? Да. Ладно, потом не расшаришь. Не уходи далеко отсюда и жди у почтового ящика, я сейчас пришлю. Бабла. Мы сможем хоть сумок купить и не бомжевать. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Надо подождать. У меня здесь есть 5 золотых, я готов по золотой победить, скажет из нас. И уже будет не так бедного. Нужно больше ярости. Можешь пока найти продавца, который продает сумки. Нужно больше ярости. Научным путем. Нужно больше ярости. Потому что я сам не помню, где он конкретно находится. Там есть продавец, который продает сумки. Сейчас я дойду до почтамта. Так, интересно, он предложит ник, или может знаешь, быть лучше? Знаешь, сейчас впервые, если что, вот не от Ахмян задонатил, был первый донат со стрим. Так. Ну и в целом, просто мой первый донат, все, получается, все.
Знатная одежда. Было 0 рублей, стало 50 рублей. Богато. Так, тогда что тебе еще? Тогда они тебе, может быть, задонатят. Спасибо. Было бы здорово. Было бы слабо. На. Так, я тебе должен прислать сейчас денег. Эльф Дестройер, да? У тебя должно было письмо сейчас прийти. Вы нахрен письмо. Почтовый ящик. Я не около почтового ящика, я далеко. Ну, не здесь. Ошибка. Проверь, пришло ли тебе письмо. И эта вот коробочка называется главпочтам? Да. Мне не пришло ничего. Да? Может, я не тебе прислал, голубь? Ты дурак. Что привело тебя сюда? Ладно, скорее всего, она просто внутри аккаунта куда быстрее приходит, чем между. Ты нашел, кто здесь сумки продает? Нет. Я вообще в другом месте был. Приветствую. Ой, ну давай искать. Я нашел. Кто? Здесь девочка. Как ее зовут? Ровпи? Просто скажи ей. Альдия. Альдия, 100 мелочей. Стало легче. Понять? Да, потому что я ее найду, потому что сейчас дерутся с собой. Нужно больше ярости. Недостаточно. Не можешь расшарить квест, который ты взял посреди дороги? Спасибо. Я пока не могу использовать. Ну ты неправильно писал на смысле Destroyer Shoy. После шипячих ей, а не ой пишется. Это же мы Destroyer Shoy. Недостаточно ярости. Я не вижу все равно, что ты говоришь, что возможно. Ты написал неправильно падежи. Ну, неправильно падежи. Нужно больше ярости. Наверное. Чем? У тебя сколько баллов было по Кепорусу? 91. Недостаточно ярости. А у меня 70. Ну и что? И кто из нас прав? Ты. Ну все. Нужно больше ярости. Недостаточно вопросы. Ярости. Нужно больше. Я не понимаю, как я куплю сумку, если у меня нет ярости. Но она еще не пришла. Тебя над миникартой справа. Справа от миникарты должно появиться значок письма, когда она придет. У меня над миникарты только отображает, что сегодня 9 число. А, под ним нет значка. Я могу тебе сейчас дать деньги вручную. Ну потому что мне хватило 20 серебряных на то, чтобы... Недостаточно ярости. Короче, подойди обратно к почтовому ящику, я тебе дам... Недостаточно ярости. Пожопить. Я с собой делаю. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Ладно, сова справится с пожопить без меня. Я пока не могу эту способность. Я, кстати, опыт за это получаю, за то, что ты дерешься с собой. А главное, я хочу получить от нее перья, и я не получаю. Больше ярости. Я одно, у меня одно из трех, я спокойно с собой получил. Нужно больше ярости. Короче, подойди сюда, я тебе дам сумму. Недостаточно ярости. Подходи к почтовому ящику, я тебе дам сумму. Ни галтинки от тебя не надо. Ладно. На коленях просить будешь, засранец. Ни галтинки ему не надо. Сильно независимый. Это я. Да сейчас подойду, подожди. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Тряпки, я тряпку красиво нашел. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. 57 опыта. Ничего себе, ты там завалился, безумца.
Кстати, у нас с тобой поровну перьев. Только я не убил ни одного саблезубой. Я сейчас ни одной совы не убивал. Завалил. Нужно больше ярости. Недостаточно. Еще очень плохо падает. Нужно больше ярости. Недостаточно. Я спидарил. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Смотри, я сейчас первую сову убиваю и чекаю, что с нее выпадает перо. Нужно больше ярости. Изи. С первой же совы выпало. Недостаточно ярости. Это выдернуто перо, а не... А, основной собой. Нет, ты перо основной собой. Ну это скин, это скин. Достаточно ярости. Нужно больше ярости. Верим? Конечно, первого же леопарда. Вот лично ты, если что, Бобби Котику 0 задонатил, а я задонатил очень много, причем в основном я не играл еще. Бобби Котик, да, это правда. Нет, нет, не стиль, нет! Нужно больше ярости. Не дам. Не сейчас. Недостаточно ярости. Ну красава, красава, застилил. Причем мы добычу пополам поделили. Ах ты свою. Ну давай, давай. Я тебе даже щит дам в начале боя. Че, рабочих не получается сделать? Недостаточно ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Надо подождать. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ни хрена ты придумал. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. А куда он делся? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Не сейчас. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. А я драться буду, нет? Ну правой кнопкой на меня дашь. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Давайте денег дам. Вы уверены, что хотите пойти на этот обмен? Нет, не уверен. Нажми обмен. Тебе нажать на обмен. Все, если что, девочка, которая продает сумки, сидит вот там. У меня, кстати, сов 2 из 3, пауков 2 из 3 и тигров 2 из 3. У меня пауков 3 из 3, так что сюда. Ну, у меня сейчас сов будет. Не будет. Ну, ты не заслужил. Я рискнулся. Так, у кого там надо Атридас сейчас? Альта... На А как-то девочка. Она на втором этаже 100 мелочей продает. Ты можешь купить одну сумку за 8 мест или 4 сумки по 6 мест. Выбирай, не торопись. Выбор только за тобой. 4 сумки по 6 мест или одна по 8 мест? Да. Ну, пока что да. Пока что можно довольствоваться. А почему только 4 сумки? Такие правила? Ну, у тебя 4 места под сумки. Так я могу тогда купить одну такую и 3 таких? Ну, тебе не хватит. Одну такую и 3 таких не хватит? А, хватит, нет, скорее всего, хватит, да. Оно там, по-моему, 25, а тебе по 4, да? Ну, ну, может так, да. Ну, я купил 4 по 6 места, я пожадничал 20. А как их ставить места? А. Надо просто перетащить их на слот свободно. О, нифига, я малахит получил какой-то. Можешь, кстати, над профами уже думать. Над кем? Над профессией. Чем ты будешь заниматься? Погнали всю. Всю? Я добил всех пауков. Мне за это опыт дали. Я, кстати, я все, я просто сделал.
Мы можем на самом деле сейчас в целом до 7 уровня докачались нормально. Или ты не докачался, а докачался. Можем действительно каточку в сюрф и уф. Нужно больше. Еще какие-то квесты открылись. Недостаточно ярости. Блин, я хотел поделиться с тобой заданием, а оно у тебя уже выполнено. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Спасибо. Надо подождать. Нужно больше ярости. Так, мне осталось ночного саблезуба одного убить. Ну, саблезубов часто выпадает. Блин, я его нашел, но он, к сожалению, мертвый. Интересно, что с ним случилось. И почему, самое главное. Как так произошло? Как так? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. А я, кстати, нашел живого саблезуба. О, опыт. Нет, чувак, ты с... Паука не добудешь клык саблезуба. Потому что он на меня напал по пути, что от него убегу, что... Да. Я пока не могу искать. Ты мог миролюбиво от него убежать. Надо подождать. Нужно больше. Ты не трус? Недостаточно ярости. Я вообще не трус, это вообще не прям. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я так сейчас затроллю, скорее всего. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Оп, 48 опыта. Алут. Алут. Сюда лут. У меня нет цели. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Не раз. Мне нужна цель. Раса Эль. Я опять не выпал нужный клык. Я вижу, что у тебя тупо один и тот же мук три раза. А сколько этот клык хоть стоит? Ну слушай, ну 6 бронзовых, это, конечно, полный зашквар. Нужно больше ярости. Ну 6 и 1. Надо подождать. Да, 6 не 0. Наши сапоги изначально 0 стоили. О! Это я. Это я спустился вам. Какой же все-таки бургер дресня. Это просто ужас. Я не понимаю, почему. Ну вот реально из-за соуса пармезанового. Ну это очень вкусно. Фопер. Тебя паук бьет. Я тебя похилю. Чел, я впервые занимаюсь хилингом. Ты себя хилил постоянно во время дуэли. Ты мог раз на раз. Без этого. Ну, скорее всего, кстати, я даже без этого тебя одолею, но можем посмотреть. Возможно, без хилинга не одолею, на самом деле. Без хилинга не одолеешь. Ну, возможно. Ну, можем пока быстро задуэлиться. Давай.
больше ярости. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Нифига ты. Ах ты жмун. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я тоже могу исчезать. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ну да, да, без хилинга страх. Я пока не могу использовать эту способность. Ну вот такие вот жрецы. Ты можешь того самого вернуть? Он через 2 секунды вернется. Чего надо? Не трогай меня. Сейчас, мне нужно к шестеренке. А, тебе еще квест нужно взять. Ну ладно, пойдем к шестеренке. Там еще, кстати, вопросик, еще одна шестеренка, там 3 квеста. Но с этой штукой действительно очень удобно жить. Без нее приходилось бы читать. Это тупо, честно говоря. Что? Ну просто мы сделали из классического варика обычный варик. Конечно, в это никто играть не будет. Что тут надо делать? Наполнить стакан. У тебя... А, ты сделал, все. Вот. Спасибо, что повестил меня. Я тупо держу в курсе, плотненько. Плотное несдержание в курсе. Как же на прорыв. Давай, мы русские, с нами вперед. Там на втором этаже будет. Блин, чувак, ты понимаешь, нам потом придется отбиваться от толпы из 10 медведей. О, он тупо отдыхает, молодой. Мне не придется. А подожди, ты взял квест? Нет, ты мне поделись. Я тоже не взял. Я взял, но там, видимо, надо было еще один взять. По-моему, мы обосрались. Нет, подожди, а что оно подсвечивается? Я не знаю. Порчик его из какой-то. Блин. А куда? А где квест? Я не понимаю. Ладно, пойдем на шестеренку. А где квест? Нет, подожди, мы его взяли на самом деле, я не понимаю, что. Я его взял, но почему желтый? Знак. Пойдем на шестеренку. Да я хочу квест. Да мы взяли его. У нас есть квест под названием «Порчик кривой сосны». Ты можешь себя в журнале заданий его найти. Так, тебя убивают там что? Где ты? Куда ты делся? Я ищу вход в домик вот этот. Помоги мне их побить. Чел, ты еще медведей притащил. Ты можешь драться? Я буду лечить. А, мы можем в невидимость уйти. Давай в невидимость уйдем просто. Уйди в невидимость. А, не могу! Неужели тебе поможет? Ах ты ж крысич! То есть я один сдохну в итоге? Я так и не могу использовать эту Нет, справедливо. Я считаю. Нам еще надо вольнуть медведя серого, потому что с него шмотка выпадет хорошая, возможно. Пофиг. Там если что, есть медведь по имени Урысон, он какой-то этот... Блин, это же Урусон, это что-то есть в математике, да? Да, Урусон — это математик советский, который умер, когда купался в каком-то море, его обскалы, фига тут. Я не думаю, что это самое большое достижение в его жизни. Ну да, он доказал теорему Урусона о непрерывном отображении. Вот я скорее про это. Чел, ты просто успел заскочить и сжижить
Давай завалим Урскона, короче. Вот там уже валишь. Я хилю. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ты будешь его бить или ты так чисто его подлаживаешь? Кстати, я стамину должен. Давай Урсона, Урсона. Недостаточно. У него может тут хороший. Кстати, квест перестал светиться по карте. Оп, застилил. Ладно, это кожа стоит. У тебя какие штаны? О, у тебя хуже. Я не буду с тобой, раз пошел. Да я отдам тебе, блядь. Я все равно не могу их надеть. Пойдем, нам не нужны местные медведи. Мои новые штаны лучше, чем старые. Ну, у тебя на две брони. Если что, мои настоящие сейчас штаны были лучше, чем твои на две брони. Надо подождать. Кем ты там, блядь, воюешь? Недостаточно ярости. Можешь просто пойти на выход, чувак. Ведь тебе надо обязательно всех медведей убить. Я попробую использовать эту способность. Нужно больше ярости. Я пока не могу этим пользоваться. Кстати, если что, все деньги, которые ты добываешь, они делятся пополам между нами с округлением в сторону добытчика. Так что, когда ты валишь медведей, а я их не валю при этом, то недостаточно ярости. Я все равно получаю половину доходов в казну. Налоги. Нужно больше ярости. Ничего. Недостаточно ярости. Ничего. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. Нужно ты еще одного ярости. Прибыл. Недостаточно. Ты отсюда никогда не уйдем. Нужно больше ярости. Властелин, застилил. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Мне нужна цель. Ты сюда упал скилить. Это скилл называется. Скилить, я хотел сказать. На скилле. Да. Что ты хочешь, чтобы я тебя победил? Или нет, что? Я просто или... я бешусь, поэтому я кидаю тебе дуэль постоянно. Хорошо. У тебя какая-то быстрая кнопка есть, что ли? Что ты делаешь? Ты типа реально два клика делаешь? Правая кнопка дуэль, правая кнопка дуэль? Да. Я знаю, как это побороть. Я могу просто от нее не отказываться. А, я просто отошел достаточно далеко. Сосать! Кажись. Сосать. Все, далековато для дуэли, да? Вовчица одинокая. Я тупо бегу быстрее. Кстати, чекни почту, я думаю, что тебе должно было прийти. Да отстань от меня. За мной гонишься. Ишнуала. Я могу помочь? Дель Надрис. О, тут посох дают. А ты не можешь носить. А, ну тебе штаны дают. Чтобы я явился в них. Ишнуала. Храни тебя, богиня. Чем могу помочь? Удачи, друг. Чем могу помочь? Приветствую. Храни тебя, богиня. Нужно больше ярости.
Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я не могу по тебе попасть. Это, кстати, штука, которую ты делаешь, она на самом деле достаточно сильно меня реагирует. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Но я, так как я умею хилиться, не сильно важно. Я по тебе попасть не могу или что? Ну, промах, да, промашка. Или ловушка. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Так, сейчас я кулаком тебе. Проверь почту. Ты, кстати, сдал квест сверху вот там? Нет. Ты дай пошел со мной драться. Ах, это ты пошел со мной драться, я все лишь предложил. Нет, ты пошел со мной драться, а я не предлагал. Нет, ты пошел со мной драться. Приветствую. Удачи, Ишнуала. Мир тебе, Дельнадрис. Пусть звезды направляют тебя в пути. Чек не почта. Нету. Понимаю. Я кому-то отправил деньги. Я там еще немножко оскорбительное послание оставил. Может, это немножко некорректно. Удачи, друг. Возможно, или ты уверен, что некорректно? Возможно. Так, ну чё? Надо ещё, ты всё взял? Надо еще этот квест дать. Нет, ну, давай. Какой-то с чё? А я не понимаю, где он. Здесь вроде нет. Или ты не наполнил в итоге? Нет, вроде наполнил. Там еще сверху есть один квест невыполненный. Надо было кого-то то ли вылечить сейчас. Отнести горы земли. Что привело? Ему ты сдал квест? Прощай. Да, можем горсть земли отнести. А, подожди, там искупление слева. Искупление вины я должен сделать. Соберите 3 скверношишки. Я вообще этого не делал. Ага. Скверношишки, ну, можешь собрать, да. Ну, пойдем по дороге соберем, они вроде как везде есть. Вон она воняет говной. Пойдем пока вот к этому жмаху, который там. Отомстил твоим обидчикам. Чем могу помочь? Я не вижу скверношишек. Ну, смотри внимательнее. Как они выглядят? Они должны блестеть для тебя. А, нет, подожди, они же по карте шестеренками обозначаются. Тут что-нибудь есть? Нет. А, да? Да, тут в округе нет ни одной. Вот. Ты одну вроде собрал, или мне показалось? А, ты не собрал? Я ее видел, но ты видел, пропустил. Окей, я ее тоже видел, но я не смог ее собрать. Почему? Просто не тыкнулось. Там блестело более-менее пустое место. Может, потому что ты уже собрал ее? Нет. Ты утонуть еще? Нужно больше ярости. Так где эти скверношишки? Да иди сюда, ну значит их здесь нет. Я прям стою в месте, где должно быть. Да, она обозначена.
не обозначил. Нет, что привело то, что сюда? Ты стоишь в месте, где она должна быть, не означает, что она там есть. Сейчас я тебя найду, да, у меня просто нит не обозначаются, мне сложнее. Это чуть-чуть. Честь для меня, Ишнуала. А, вот я нашел сюда шишку, вот. Может, на меня пойти? Да прям на ней стоим. Хотят звезды твой путь. Ко мне. Не сейчас. Вот видишь? Зачем в невидимости шел? Ну вот. Мне надо 3. Ах, как получилось, застилить. Красиво. Ну, красиво, согласиться. У тебя есть плащ? У тебя плаща нет, подожди. Стой. Стой. Да стой, блин. Даже нет плаща вроде. Не есть. По-моему, нет плаща. Выбирай. А, у тебя есть. Все. Я просто не вижу. У тебя волосы длинные. Нужно больше. Зачем ты с ним дерешься? Нам недостаточно ярости. Ну, с них выпадает сажа в привесник. Нам... А не надо с ними драться, надо их стилить. Ну конечно, как только ты не успел застилить, там не было ничего полезного. Нет, я... Ты просто ничего не успел собрать. Посмотри в чат, сколько я с ним собрал. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. А в чем честность? Почему клик? Нужно больше. Ну, это называется фаст-клик. Еще надо с земли... С земли под... Ну, я тебе тоже половину голды, знаешь, ты даю. Пошел ты нахрен, ты не заслужил мою половину. Я тебе, между прочим, 40 голды просто так дал, а ты даже на коленях не встал передо мной. Какие 40 голды? 40 голды? А сколько это? 40 серебряных от тебя дал. Ну, серебряник — это Иуда, ты получаешь. Это ты Иуда, потому что продался за них. Я не продавался. Конечно, не продавался. Я на колени за них не вставал. Да, конечно. Расскажешь, куда ты вставал, куда ты не вставал. Это дело, что ты встал на колени за сумочку. За 24 места, или за сколько там, за 26. Просто продал родину за 26 мест. Нужно больше ярости. То еще Иуда. За сникерсы. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Это за Вопер, я за больше вероятность продамся, чем за Нерсский. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. На правах рекламы. Ты, кстати, собираешь? А, ты собираешь победитель весь. Все, писал. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать. Кстати, возможно, если мы дойдем достаточно далеко друг от друга, мы не будем делиться колдой. Недостаточно ярости. Потому что мы типа параллельно мутаем этих чел. Нет, видимо, делимся. Да. Надо подождать. Ну, синергия получается. Ярости. Нужно больше ярости. Семь медных монет, нифига. Это потому что я не делился с тобой, видимо. Как я мог 7 медных монет получить? Написано, моя добыча тоже 7 медных монет. Ах ты ж! Ты украл у меня, типа, ты со мной делишься по одной двух, знаешь, да? А у меня скоро 7. Я пока не могу. Не стыдно? Эту способность. Я не то, что не стыдно, это единственное, что ты вообще можешь скупить свою поганую игру. Я тебе дал денег на сумочки, вонючий ты жмы. Ты еще игрой моей недоволен, знаешь. Скажи, пожалуйста, сколько брони у твоего пояса? Гульфик у тебя насколько бронирован, шпасы? 19. У меня на 24 идет. Это сейчас его отдал.
Он все равно стоит одну бронзовую, так что ценности для продажи он не представляет. Но сейчас. Я пока не могу использовать это. Готов пожертвовать просто нужно так. Колени можно не вставать. Ну, неси сюда. Так и быть. Древесником его застились, я ж не против, блин. Недостаточно ярости. Я тебя буду ждать у сдачи. Я использовать эту способность. О, дали квест, кстати, на Донбасс. На 80 голды? Да. Нужно больше ярости. Не сейчас. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Не сейчас. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно подойти поближе. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Где можно вроде вставать на колени? Тебе много еще осталось залетать за мусор? Способность. Ой, нет. Я случайно. Кстати, ты до этого какое-то время не делился со мной голдой. Недостаточно. Почему? С тобой делился. Надо подождать. Не сейчас. Ты жадный? Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. На самом деле, просто я ничего нужно не получал, что поэтому не делился. Изношенное одеяние уже неплохо. Это кстати, у меня до сих пор сапоги, которые 0 брони дают и стоят 0. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Надо подождать. Нужно больше ярости. О, нифига, я стрелять в луку умею, оказывается. Эту способность. А так и магический жест. Недостаточно ярости. Так, ну побеги древесника у тебя все, и саженцы все, ну все. Иди сюда и на колени. Эльф Дестройер, ой. Дестройера, да. На колени. Приветствую. До новых встреч. Удачи. Храни тебя, богиня.
Ты будешь ходить в своих ободранных, заплатистых штанах дальше или на колени? Блин, ну штаны у тебя реально, блин, потрепанные на две брони. Это не колени. Задолбал. Справедливо. Это честь для меня. Надень нормальные штаны. Бронированные. А, это не штаны, это поезд. Это поезд дал мне штаны точно. Готель. Береги себя. Бесполезно, я бы даже продать не могу. Ничего. Ну, он быстрый кит тебе дал. Ну смотри, у меня уже 8.5 уровень, у тебя, скорее всего, тоже. Нам надо сейчас какие-нибудь пару квестов здесь выполнить, получить 10-й, можно идти в next зону. Можно просто на зону. Ауф. Пойдем справа выполним какую-то хрень, типа с мистиками и ожерельем. Так надо шишки сдать этому. Нужно больше ярости. Ты набрал все шишки, да? А надо было? Нет. Значит, нет. Красава. Вот это я понял, вот это уважение. Если не надо было, значит, не набрал. Как бы да, если надо, значит надо, если нет, то нет. А почему ты главный в нашей группе? Ты что, охренел? Как туда получилось? Не трогай меня! Да ты задолбал! Чел, это ты сделал, потому что ты ему сдал квест. А не я это сделал. Я просто в прошлый раз получил этот квест, успел его сделать и сдать до того, как ты сдал первый. Поэтому он 2 минуты простоял в этой форме жаду. Но я тебя засканил вообще. Понятно? Нет, не понял. Что не ты понял? Делаешь? А квест у тебя, что же есть здесь квест, нет? У меня не отображается ни восклицательных, ни знаков, ни вопросительных. Так вот, мечи. Ну это квест считается? Ну, это означает, что нам надо убить здесь кого-то. Но только не собирай на себя всех, мы же не выдержим. Так, ари, если у тебя заканчивается КП, потому что я за ним не слежу. Надо подождать. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. Нам нужны мистики. Недостаточно. Они рыжие. Нужно больше ярости. Не дам застились. Ну ты! Я не буду с тобой драться. Да там не было лута. Я не буду с тобой драться. А плясать. Недостаточно ярости. Нужно какой больше смысл ярости с тобой драться? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. А плясать. Недостаточно ты ярости. Просто все стилишь, я не понимаю. Больше ярости. Да ты все стилишь. Недостаточно ярости. Ай. Надо подождать. Хиль меня. Я сейчас сам чуть не умер. Кого ты там набрал? 2 медведей набрал на себя? Недостаточно. У меня маны нету. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту силу. Нужно больше ярости. Ой, ну я, конечно, похилю. Но у меня правда нет маны. Нужно больше ярости. Надо их палками мочить. Что, мы справимся реально с этими? Давай больше новых медведей не набирать, пожалуйста. А давай ты перестанешь стилить все, иначе буду недостаточно набирать. Нужно больше ярости. Да нет, недостаточно ярости. Надо так как, зачем тебе лут? Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Там ничего нет, там монет. Нифига там монетки! А ну делись. Нужно больше ярости. Это можно, если что, вытащить на основную панель, потому что это полезная штука.
Мы можем сделать групповую добычу. Не сейчас. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Если мне нравится, что это что-то стильное, можно сделать групповую добычу. По очереди. Нам не нужны белые медведи, нам нужны оранжевые. А почему ты главный в группе, скотина такая? Как так вообще произошло? Что? Как я продал равенство в группе? За какие, блин, медные монеты? А почему ты так же сорванул ты? Ладно, я тебе поясню. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Несмотря на то, что там я. И лут весь собираешь ты, несмотря на то, что там я. У меня нет цели. Ну я. Ну ты можешь сделать добычу по очереди. Правой кнопкой на себя. Нам не нужны эти медведи, нам нужны оранжевые. А я просто, чтобы сагрить. По приколу вырубил. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Застилить хочешь, скотина? Мне нужна цель. Не застили. Нифига, там медведь, кстати, с лупом лежит. Ты до сих пор его не застилил. Смотри, просто валяется медведь с лупом. Еще ну нет! Танк. Что? Я первый к нему прибежал. Все. С позором. Тебе, кстати, не засчитали этих медведей, да? И ничего мне не засчитали. Да, не засчитали. Забавно, что твой трупик до сих пор тут есть, но медведи тебя не засчитывают. Ну, понимаю, жалею, ты не совсем. Ладно, сейчас вернусь, чтобы мы все-таки этот квест хотя бы доделали. Ну доделай, потому что, значит, потом резкнешься, оно все на тебя нападет. О, ты прикинь, я со следующего же монстра рванул меч за 55 бронзов. Пофигу. И малахит. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Лут он еще. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Конечно. Недостаточно ярости. Ты можешь поменять распределение лута, блядь. Нужно больше ярости. Потому что держишь меня хилом, я... Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Не теряю возможность стилить. Почему опять ты забрал весь лут? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Но он 55 бронзовых стоит. Я просто возвращаю твой долг. Перед коммунизмом. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Не сейчас. Лут в этой игре не главное. Его продавать можно. Нужно больше ярости. Ну да. Чел, ты только что на халяву получил 40 голды. Ты серьезно думаешь, что эти лишние... Да ты их сголды? Ну сделай добычу по-честному, если не нравится. Тогда ты будешь убивать, а я буду в полкилометра от тебя. Ну да. Ну вот сейчас, видишь, по идее я должен убивать издалека. Поэтому, когда я убиваю издалека, ты должен стилить. А надо душить или из племени кривой сосны убивать? Где? Они далеко по карте. Ты достал самоцвет с Таланкая? Нет. Не достал. У тебя в инвентаре есть ожерелье. Надо на него нажать правой кнопкой и достать самоцвет.
сам. Все, пойдем зададим этот квест, можем убить. Я как раз там для отпуга. Недостаточно ярости. Я сражаюсь. Белым? Нифига, что ты получил? А, ты снова получил жизнь? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ты, по-моему, сейчас умрешь. Надо подождать. Недостаточно ярости. Нет, не умрешь. Я вышел. Обязательно вышел. Ты не обязательно, ну, тогда я уже вышел. Я не понимаю, как ты реально стал лидером группы. Что произошло, что корона тебе перекочевала? Это как вообще могло случиться? Нужно больше ярости. Я случайно отдал тебе лидерство, пока баловался с дуэлью? Просто я одну дуэль выиграл. Нужно больше ярости. Ну, вообще верно. Там была победа умов. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Сколько ты денег? Недостаточно ярости. 14 серебряных. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Надо подождать. Нужно больше ярости. Забавно, что между Грузией и ОАЭ очень долго идет денежный перевод. Я не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. У меня нет цели. Чего тонкий? О, ты штаны нормальные нашел. Красава. Выписаны там уже. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше. Выписаны ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. У меня эти новые штаны, они 37 брони дают, а старые давали 36. Ты вообще откуда ты знаешь, какие у меня штаны? А, реально, у тебя меч? У тебя же очень хуёвый меч. А тебе нет? Нет? Тебе неужели другого оружия не давали в руку? Ну, он же очень мало урона сносит. Какой-то топор давали, но я не могу топором драться. Возьми хотя бы вот это. У него и то больше я урона. Я у кого-нибудь отстань. Ну ты совсем урон не сносишь этим мечом, поэтому да, ты бы не выиграл. Приветствую. Тут есть где-то торговцы? Да, скорее всего есть. Ну сдай квест пока с этим, я найду торговцы. На втором этаже? Да, квест на втором. Тут есть торговец с луками. Или на третьем? На третьем. Ну, на самом верхнем, не знаю, какой он там. Вот, да, есть оружейник. Здесь хотя бы меч на 3-6 урона есть, но 1.5 это совсем мало. Несерьезно. Ишнуала. А, я не убил лорда Мелинаса. Удачи, я слушаю. Ну, я тоже не убил. Он в другой стороне был. Иди с миром. Мы все сделали с правой стороны, теперь осталось нет, пару пусть. Неправильно, надо так сказать. Мы все сделали правильно. Так надо было сказать. Скалу. Мы все сделали с правильностью. Оп. Да, лучше вообще даже, не понимаю, просто мы все сделали правильно. Правильно. Короче, вот здесь продаются мечи у чувака. Да и где здесь? Ну, блять, ко мне иди. Не ругайся, вот все, дети, я... зафиксировали, Витёк матершинник. Блин, сказал, да ведь уже спят. Я тайм-код кинул.
Ты сразу честь мы. Встреча. Шнуала. Ты умеешь двуручное дробящее носить? А я не знаю, где это написано. Ну, у тебя горит деревянная киянка красным или не горит? Не горит. А, ну, деревянная киянка горит красным. А что тебе не горит? Двуручный меч, стилет, деревянная рапира, гладий. Пусть звезды напрягают. Ну, у гладия вроде самый большой урон. А нет, да. Хотя он при этом он одноручный, а там двуручный меч. Это странно. Храни тебя, богиня. А топор ты не умеешь носить, да? Да. Ну, странно, почему этот меч сильнее. Я пока не могу этим пользоваться. У меня, если что, трость больше урона будет наносить, если я сейчас куплю трость. Ну, вот. Моя трость сносит 4,2 урона, а у тебя меч будет 3,8. Чем могу помочь? Береги себя. Приветствую. Кожаны тебе не нужны, тебе нужны кольчуга с рядов. У него кольчуга. Что мне покупать? Двуручный меч, что ли? Ну, по идее, по урону в секунду самый сильный у тебя гладий. Из того, что тебе предлагается. И мне еще устраивает, что он наручный, то есть я смогу щит-то в другой руке носить хотя бы. Вот ты можешь носить щит. Щит продается у девочки рядом. У меня только лучшие товары. Удачи, друг. Будешь как настоящий. Вот меч за 9 голдусов. Выбирай. Ох. Не торопись. Что там у него? Маленький тарг? А, дубовый щип... щит и стопника могу. Он лучше, да. Вы же как настоящий танк ходить с щитом. Храни тебя, богиня. Спасибо. Что случилось? Я что-то не понял. Все хорошо. Ну, кстати, ты нормально выглядишь. Боевито. Это, конечно, палкой отваляю, потому что я хилит, кроме этого нет, но... Чекни последний раз. Что, какие правила дуэль? Давай последнюю дуэль и спать. Можно какие все. Правила? Можно все? Ты куда пошел? Трус, блин. Ладно, что ты меня избиваешь. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Нифига ты там заряженный. А ярость откуда? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ладно, пойди скилиться. Не сейчас. Ладно. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. А все, все равно? Понял. Ну, план у тебя был. План был. Лучше бы я продал этот фиал за 5 гривен. Приветствую. Спасибо. А ты его еще просто да, просрал. Я его выпил, да. Если про просрал, то давай вспомним, что ты сделал с колдой, которую ты по почте мне отправил. Давай вспомним, что я сделал с ксероксом по центру. И с ксероксом на все остальные линии. Нет, с ксероксом ты все правильно. На нижнюю. Ты его реализовал на его полный потенциал. Особенно на нижней линии, когда он просто подошел. Надо признать, ты реально на филорках играешь гораздо хуже, чем я. Я не знаю, почему так, но просто очень плохо. Ну, действительно, проблема ровно в этом. Филорки действительно имба и ксерокс. Ты реализуешь все плюсы и минусы данной расы. Точнее, только минусы реализуешь почему-то. Это скилл называется. Пойдем туда, куда я. Так я уже вышел, или ты еще хочешь? Надо голову Мелинаса забрать, нет? Ну сейчас давай заберем. Какое, короче, какое тебе надо... Короче, давай дедлайн поставим 10 уровня докачаться, и все, окей? Не, давай так, выполни сейчас все, что... квесты, которые сейчас есть, и все. А новые пока не брать.
новый потом. Но это не так быстро, я думаю, что 30 еще где-то. Нужно больше ярости. Ну пойдем за головой Миринаса, пожалуйста. Не сейчас. Я пока не могу использовать но эту способность. Особенно квест, где надо, блин, недостаточно ярости. Эти реликвии добывать он очень долго. Давай, короче, ярости. Голову Миниласа и 6 душителей завалим. Я пока не могу использовать. А такое я готов. Ну, чтобы мне, блин, вставать через 3 часа, между прочим. Кстати, этот плащ лучше, чем тот, что у тебя, по-моему. Я куда-то не туда зашел? Нет, вроде все правильно. Пойдем, а надо в пещеру реально идти? Да. Опять стилить будешь. Нужно больше ярости. Мы можем сейчас распределить по-честному обычно. Ты главный. Ты скинешь свой лут и все. Недостаточно ярости. Там добыча одна монетка была. Нужно больше. Одна обдристанная монетка. Ты ее забрал. Да я не могу так быстро вкликать по нему. Ну здесь, кстати, хорошая добыча была там. Ай-яй-яй! Но здесь видишь, да, то есть тебе надо просто убивать их вдалеке от меня. Я пока не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. Ну, на самом деле, ледяной материал в итоге будет мне нужен, потому что я буду заниматься партнером. Я тебе его не отдам. Нет. Я понимаю, что не отдашь, поэтому я у тебя и вычислил. Я тоже могу портным работать, но я тебе просто не дам его. Это бессмысленно, потому что портной шьет тканевые вещи. Тебе нужна кольчуга, дела. Я буду кузнецом. Может, кузнецом работать, да. Недостаточно ярости. С точки зрения, типа, твоего класса, ты, конечно, лучше. Надо нужно больше ярости. Это не обязывает, но если ты просто, например, травник, по-моему, алхимик. Или что-то такое. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Оп! Ну там не важно, то есть там не без кто забрал. Нет, известно, потому что там было 7 монет. Нет. А. Тебе досталось 3, мне 4. Значит, 4 я забрал. Разрывная. Игра очень плохая. Зачем мы в неё играем, кстати? Что-то не понял. Чел, ты просто очень жадный. Ты ультра жадный. Ну прям, ну прям жадный. Достаточно ярости. Что ты? О, мешочек! А ты запиздил! Ах ты ж... Недостаточно ярости. Купой платит дважды. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Ты жадный, что ли? Здесь все равно есть мешочки, все не хуже, чем это. Очень важно. Он, правда, стоит, может, достаточно дорого. Сейчас все тоже ты застил. Я не могу попасть! А сейчас ваша я. Ваша доля одна монета. Наслаждайся. Заслуженной одной монеты. Эту способность. Вот именно, нужно я ее реально ярости заслужил, в отличие от тебя. Недостаточно ярости. Добро, я не заслужил монет одну, поэтому я взял две. Оп, поношенный кожаный пояс. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Надо вообще сейчас чувствуется, что ты бой. О, там вот с этого чела, кстати, хороший лут выпадет. Надо стилить, прям стилить. Нужно больше ярости. Но он хуже, чем твой меч. Вроде хуже. Может и нет. У тебя сколько урона? У меча? 3,8, а там 2,5. А как ты смотришь мой лут, мои вещи? Ну я могу нажать правой кнопкой, там где ты нажимаешь дуэль, я могу нажать смотреть. Ты тоже меня можешь смотреть. Нужно больше а ярости. Как ты понял, что у этого чувака должен быть сильный лут? Нужно больше ярости. А ты нажми на него. Нихуя он придумал. Я не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Чего он делает? Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Он, видимо, забагал. И застрял в текстурах. Смотри, наведи на него, на его труп. Да. Видишь, у него такая, такой дракон серебристый. Это означает, что он, типа, редкий.
а с редких мобов, типа, обычно падает хороший лут. Но на этой стадии игры хороший лут не сильно отличается от другого. От другого, нет, но... Надо обойти? Нет? Не думаю, что надо обойти? Я уверен, что можно, да. Нужно больше ярости. Недостаточно. Что, мне пизды дадут? Нужно больше ярости. Не ругайся. Ну, блин! Ну, чинял! Не блин, там не надо сейчас. Было сказать. Ну, это компромат. Ладно, я сейчас умру. Я получил зубчатый короткий меч с печатью выносливости. Недостаточно ярости. Нужно он много урона сносит, он тебе еще и дает выносливость. Надевай его, конечно. Недостаточно ярости. Ты его надел, Сава. Блин, ну ты лутер, конечно. Недостаточно ярости. Причем забавно. А ты бы мог его застилить, если что. Я мог ему застилить, да. Я вместо этого пошел делом заниматься, а и тебе рыльнулся реально. Ну, я могу только поздравить. Я не жадный, поэтому я просто поздравлю. Я жадный. Я знаю. Тебе надо понять, как к нему попасть. Как к нему попасть? Наверное, вот здесь. Я даже здесь не могу пройти. Ты толстый. А как пройти? Я не могу пройти. А как прыгать? Я смог. Сейчас, но его здесь нет. Есть. Нету. Видимо, он вообще изначально мы не в то крыло пошли. Изначально в правом крыле. Ладно, извини. Что забавно, что с недостаточно ярости. Редкого чувака выпал обычный лут, а просто с какого-то рандомного бомжа выпал зеленый. Ну ты задолбал стилить! Мой грудный щит! Ну там щит. Хуже, чем у тебя. Мой щит! Ну он хуже, чем у тебя. Он 7 бронзовых стоит. Я жалко. Ну ты еще молодой! Знаешь, сколько он стоит бронзовый? Сколько? 97, я еще и сумку получил. Ну, ты тоже сумку получил. Это честно. Нет. Извиняюсь. Ну, нет. Я, к сожалению, извинения только матерные стать. Сейчас поэтому не могу. Ты тут застил? Нет, это я застил. Я не мог застилить. О, я два раза один тот же молот получил. Он 97. Отдай сюда один. Отдай сюда один. Делись. Он 97 бронзовых стоит, прикинь, то есть он почти... Почему мне ледяной материал только достается? Потому что мне нужен ледяной материал. Давай я тебе один материал за один... Нет, я весь ледяной материал готов поменять на... На все молоты? На два молота, да. Нет. Это тоже, кстати, какая-то фигня выйдет. Да не надо его продавать, он для профи. Зачем продавать? Я продам. Ну потому что ты задолбался стилить. А где? Я не вижу. А ты задолбал стилить, значит не здесь. А где? Ну, видишь, у него есть два места респауна, значит не снимай, а другу. А почему сейчас такой низкий онлайн? Вообще нужно никого, по-моему, не видел, кроме нас двоих. Недостаточно. Потому что 5 часов. Тебя не смущает то, что 5 часов ночи? А ты застилил льняной материал 2. Нужно больше. Да. Я не застилил, я честно взял свое. Ну сейчас ты просто на глаз... Дай ботинки. Дай ботинки, блядь. Нет! Да, за дровокол, но мне нужен, у меня хуже. Делись. У меня хуже. Тебе поношен кожаный пояс есть. Мне не нужен, я не умею носить кожу. И льняной материал. Ладно, понимаешь. Мне не нравится. Нет, льняной материал пока не получишь. Нет. Ну нет, значит выходит. Вот так. И льняной материал. Это все, если что, суммарно стоит 3 серебра. Хитрый какой. Это стоит 3 серебряных. Твои 16 льняного материала не стоят 3 серебряных. Нет, дай мне материал. Да не нужен мне дровокол. Чел, хорошо, ладно. Ну дай льняной материал. А я могу тебе один материал дать? Как один? Можешь. Надо нажать. Ну я не буду меняться, типа, вот этой штукой на один льняной материал. Надо нажать правой кнопкой и шифтом.
меня не получается. Нет, Витёк, я тебе дам весь материал, кроме одного. Если ты не научишь, как дать весь, кроме одного, то нет. Ну, я говорю правой кнопкой и шифтом. Я нажал, нажми высвечивает число 1, допустим. Вот да. 15. Нажми ОК. ОК. Перетащи его на свободное место. Ты оттащишь один льняной материал. Нет, я 16 перетащил. Ну, на свободное место в сумке оттащи, а не в обменник. Раздели вначале в сумке его. Так, чел, все, мачете идет нахрен. Сапоги мне давай. Нет, мачете отдай. Тогда 16 минут материал. Или извиниться перед игрой. Нет, мне так не выгодно вообще. Не, ну сапоги-то, блин. Может лоскут и плащи убрать? Мне нужны сапоги и льняной материал. Почему нет? Ну давай, давай. Я пока не могу. Я не могу надеть молот. Его надо продавать, не надевают. Льняной материал ты тоже не мог надеть. Я мог его продать. Молот тоже. Недостаточно ярости. Кстати, можно его выставить на аукцион, его никто не купит, потому что онлайн в игре, я думаю, даже в хорошее время. Недостаточно ярости. Нет, почему? Тут, кстати, на аукционе покупают. Неправда. Нужно больше ярости. Ну я вот на своем аккаунте, который у меня был на российском сервере, он разбогател ровно потому, что я типа захавал. Так, ну давай не драться с монстрами, а просто прорвется обратно, хорошо? Нет. Ну тогда успехов тебе, дед Максим. Ой, улыбок. Почему я всех на себя собираю? Не купи же танк, да? Потому что я командир группы, я сам решаю, на кого буду собираться, жмухи. Ты какой-то странный командир группы, я не понимаю, самопровозглашенный. И кто же меня самопровозгласил? Я не понимаю, откуда у тебя эта корона появилась. Я же тебя в группу пригласил вначале. Непонятно, откуда появилась эта корона. Так, все, валим медведей. Медведей. Вот здесь. Дальше ты извиняешься на коленях. Чипанул. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Я понял, короче, надо. Блин, как красиво. Я подошел издалека и спер топор. Вот сколько, кстати, твой меч стоил в валюте? Я пока не могу использовать эту способность. Я не могу посмотреть. 49. Нужно больше. А мой 65. Я чипанул более выгодную. Как ты это сделал-то? Еще и крохотный флакон с лечебным зельем. Ладно, будем честны, вот крохотные флаконы с зельем тебе, конечно, нужнее, чем мне. Ваша добыча одна монета, ведь. Да. Я думаю, что этому невероятно рад. Так, а ну стой. Нужно подойти поближе. Не достаю. На. Слишком далеко. Тогда на коленях. Видишь, в следующий раз. Дальше.
Недостаточно ярости. Ну забери лут! Четыре монеты. Нужно больше ярости. Тебе шесть досталось. Недостаточно ярости. Почему? Когда поровну, он округляет на две, а не на ноль. Конечно. Что было, так что все осталось. Четыре ярости. Нам не надо больше валить этих медведей. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Ну мой недостаточно. Ну почему тебе досталось? Нужно больше ярости. Нужно более скилловый, чем. Ой, сохший посох. 68, кстати. Ну, что, мы пойдем в пещеру или нет? Осталась пещера вроде. Почему? Все, да? Я счастливый. Все, пока я не получу хотя бы один лут, мы не будем. Больше ярости. Ну ладно. Недостаточно ярости. Ну это просто нечестно. Еще один посох. Почему тебе это досталось? Ты не заслужил. Там рядом постоянно. Палки, ну я по фаст кликал и все. Я не могу попасть по нему. Недостаточно ярости. Нужно больше. Я ж могу как-то. Ну ты. Более скилловый, что ли, скажешь? Ярости. Ну здесь, кстати, ты перефаст кликал меня. О, тут чел какой-то сидит. Почему я тебе перефаст кликал? Те же. Ну, потому что 5 монет было, тебе досталось из них 3. Как ты увидишь 5? Как ты увидишь? Потому что я успел их увидеть, блин. А я не успел. Тут это странно. Блин, тут два трупа! Надо оба застилить! Ну я не знаю, ну, короче, там один точно. Дневной материал. Короче, я пока тебе только монетки даю половину. Ну ты капец просто, просто капец. Последний шанс, последние два медведя встал. Давай, я даже вот издалека начинаю с Кары. Он сам идет ко мне, просто хочет быть застилен. Лот Витька тупо. Одна монета. Я успел увидеть, я все достал. Одна монета. Понюхать успел ее. Красава. Нужно больше ярости. Опа-опа-опа! Дневной материал. Это такая... Блин, ладно, вот когда... Когда есть цель застилить, стилится прям очень. Нужно подойти поближе. Недостаточно ярости. Да как? Ну неважно, там 4 монеты. Это важно, но мы просто цель. Не можем узнать, кто застилен. Ну, тигра можешь сам забирать. Тигра ничего хорошего не будет. Нужно больше ярости. С него сейчас выглядит легендарная самка. С него не выпала легендарная самка. С него нихуя просто не выпал. Я сразу понял, что тигр это проигрыш, что лот. Но я понял, что свой лак брать. Не ставить было, да. Это было ставить на... Как ставить на зеро. Казиночек, кстати, казино... Ой, зеро. Чем в среднем больше выпало, чем остальные. Чего? Зеро выпадает чаще, чем конкретно любая группа. Была такая статистическая аномалия, что ноль чуть больше выпал, чем другие. Там, допустим, было, что за 10 закидываний было 2 раза зеро. Или даже за 9. Это у тебя было или какая-то когда глобальная? Это было, я сидел за столом. А, я понял. Там было так. У нас подкрученный стол просто. Он как бы тебя мотивировать ставить на зеро. Когда ставишь на зеро, конечно, все проигрываешь. Не, ну я там в итоге выиграл 36 умножением. 36 гривен. Но, на самом деле это довольно маловероятно, то есть я пришел с 20 фишками, это означает, что если я буду каждый раз ставить на одну, то скорее я не получу 6, чем получу. Приветствую. Ну, получается обманул рандом. Почему все такое хреновое?
Тики Наруча. Ну, потому что надо переходить в следующую зону, на самом деле, уже. Следующий тир, я бы так сказал, следующий тир. Ну, на самом деле, уже можно. То есть мы сдали эти квесты, на остальные можно забить и просто перейти в следующую зону. Там шмотки просто будут бафы давать дополнительно. Они зелененькие будут, они обдристанные белые. Так, где там продать мои молоты? Я хочу продать молоты. Это мои молоты. Ну, я их заслужил больше. Ты там реально просто даже похилить не мог. Ты... То есть ты хилер, но при этом ты не хилил. Привет. Я помню, ты еще во время инстов тоже не хилил. Прощай. А ты не танчишь во время инстов. Я приходил самому хилить, поэтому да, я не танчил. Это был монах. Не помню, да. Это незабываемый опыт хождения хилом под танком Мишани. Так, я льняной материал продаю, потому что ты паскудился. Чем могу помочь? Сука, отдай! Отдай! Ты не можешь быть больше льняного материала. У меня 4 льняного материала. Шнуала. Отдай! У меня на колени встал, отдай! Ну, ладно, тогда да. Эшнуала, что привело тебя сюда? А это, кстати, не твичевое слово. Не знаю, где ты его услышал, но точно не на твиче. А что мне делать с трескучим коротким луком? Я он пока бесполезный? Не могу этим его продам. Он серый, если он серый, то не да. Я не знаю, ты скажешь, снимаешь носить луки. А серый, я уже могу продавать, потому что удачи, он бесполезный, да? Ну, у тебя меч сейчас самое лучшее, а что у тебя есть. Погладь, если чем я могу помочь? Его. Ладно, допустим, что зачем. Ну, это называется амортизация. Крохотный флакон с зельем я продаю, потому что нахрен он мне нужен. Нет, нет, поставь. Это твой единственный хил на войн. Ты можешь выкупить обратно. Это твой единственный хил. Я еще если ты будешь другие умер... вещи... Вы... Все, не буду ничего покупать. Че, а тебе, блин, вообще-то... Давайте там, лен. На, я тебе дам вот эту хрень, а ты мне давай лен. Я его продам снова тоже. У меня только... Ну хорошо, можешь продать. Но зачем? Прощай. Все. Ну это твой единственный хил, ты не умеешь по-другому хилиться. Зачем мне хилиться? В дуэлях, что ли, с тобой? Не, ну, еще раз, бывает, что тебе надо хилиться, потому что я далеко, например. Это да, съем солонин. Во время боя ты не можешь съесть солонин. Как бы ты не хотел кушать, придется потерпеть до окончания. Ну, хорошо. Возможно, чтобы сбежать, тебе не хватит хп, и тогда типа может съесть. Ну тогда воспользуюсь последним приемом воина. Да, тогда зелье уже будет бесполезно. Все, ливаем. Мне кажется, сделал все, что хотел. Ну да, да, я уже придумал. Ну, нам просто надо в следующий раз будет пойти в нормальную зону и уже лутать нормальные шмотки за состояние, за лук. Ну, потому что мы качаемся быстрее, типа. Если что, эта зона рассчитана на первые 10 уровней, мы прошли примерно половину этой зоны и уже типа 9 уровня с половиной. Ну что, фарм полтора раза выше. Ладно, все, все, все. Ты дипломная работа. Стрим выключен? Стрим, ты стрим выключил? Нет, еще идет. Только вырубай стрим. Не ругайся. Вырубай, вырубай стрим. Я вырубай стрим. Ладно, я вырубаю стрим. Всем дорогим подписчикам хорошего утра.